Дорогие друзья, на дворе конец октября, и мы продолжаем освещение, вернее, ретроспективное освещение матча между Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником, который состоялся в 2000 году в Лондоне. У нас на связи по традиции наш боевой состав, сам Владимир Крамник. Володя, привет, добрый вечер. Добрый вечер. И его секунданты в этом знаменательном событии, Жоэль Лотье. Жоэль, приветствую. Добрый вечер, Илья, и всем. И Евгений Бареев. Женя, привет. Здрасте. Здрасте. Ну что, Владимир Борисович, руководи действиями, что мы смотрим. Я не поленился и немножко проверил, во-первых, шестую партию там на предмет второй половины с такими уже современными совсем движками. Дело в том, что у меня сейчас как бы нет к ним доступа, не занимаюсь ими, но товарища боевого попросил, и кое-какие были интересные выводы. Кардинально не изменилось, но тем не менее были интересные варианты, красивые, которые хотел бы показать, которые мне лично так эстетически очень понравились. Угу. И прогнал немножко последующие партии с не самым сильным движком, прямо скажем, но все-таки более сильным, чем были тогда. И, в общем, есть тоже какие-то изменения, так что в последующих партиях буду об этом говорить тоже. Можем пока начать с шестую, вернуться к ней коротко. Давай. Если зрители наши смотрели, 48-й ход черных, можно сразу туда позицию поставить. 48-й ход черных. Да. То есть, потому что если вы, зрители, смотрели случайно, так оказалось, если смотрели, вот здесь, да. Угу. Начнем с этого. Значит, это 47-й, как кажется, ход, да. Если зрители смотрели наш стрим предыдущий, да, там мы разбирали эту партию, но некоторые уточнения современными движками есть. Во-первых, эта позиция возникла. Во-первых, так просто для справки, что называется, тут, наверное, тоже был выигрыш ходом ферзь c7, таким неожиданным и непонятным. Ого. То есть, на самом деле, выигрышей было несколько, но большинство из них было такие неподъемные, нечеловеческие. То есть, ферзь c7, как я понимаю, идея, что какой-то типа цугцванга. То есть, на ход ладья d5 здесь, на то же самое, да, что и ферзь f7. Теперь, по-моему, уже есть такая неожиданная комбинация, слон бьет g5 шах, довольно красивая, видимо, из-за этого, да, я так думаю, fg. Ладья бьет h7 шах, ферзь бьет h7, ферзь бьет c6 шах, ферзь бьет d5. Вот так вот собрали материал. А на ход конь, а если после ферзь c7 конь d8 пойти, то же самое. Но вообще выглядит ход безумно ферзь c7, да, непонятно, вместо ферзя f7. Сейчас. Вместо ферзь c7, значит, да, ход выглядит странно, вообще непонятно, зачем его на c7 ставить. Но почему-то на конь d8 следует ладья d7 неожиданно. То есть и захват линии d почему-то оказывается очень важным. Конь e6, ферзь d6. И неожиданно вроде окажется, что у черных масса темпов, но белые просто двигают пешку c в ферзи, и компьютер не находит какой-либо реальной контр-игры у черных. Но это, конечно, так, замысловато, крайне замысловато. Ну и, видимо, на конь бьет c5 там какой-то выигрыш, там, наверное, уж не знаю какой, но, наверное, есть. Там мат, наверное, какой-нибудь. Или не мат. А смысл в том, что как-то черные перевязаны, да, особо ходить нечем. Да смысла особого нет. Можно c5 и ферзь h2, наверное, выиграть вот так вот. Еще ферзь h2 неожиданно, да. Слон c5, да. Слон бьет c5, ладья c5 и ферзь h2 неожиданно с этой стороны. Опа. Да, то есть тут такая геометрия, но это, конечно, малоподъемная, то есть такая вещь, особенно когда есть и другие сильные ходы. Так что я сыграл ферзь f7, ладья d5, как, наверное, любой бы человек сыграл ферзь f7, ладья d5, и тут, действительно, b4 был самый четкий выигрыш, это правда, как мы уже это отмечали, да, здесь. Но был еще один красивый очень выигрыш, но он тоже абсолютно неподъемный, просто из чисто эстетических таких соображений. Ладья g8, значит, ход. Здесь тоже выиграл. Непонятно зачем, ход очень странный. Логики в нем немного, но тем не менее. Ладья g8, значит, и теперь такие вот варианты, значит, теперь почему-то на конь e5 оказывается, то есть слон бьет g5 шах, вот этот же вариант, fg, ферзь бьет f5, конь f3 шах, и тут почему-то выигрывает ферзь бьет f3, именно ef и b4. И хотя кажется, что все тут непонятно, почему это должно выигрывать, но темп в темп выигрывает, там как-то ладья a8 и так далее, и ладейная оказывается выгодная. Но самый красивый вариант после ладья g8, значит, да, тут как-то выигрывать темп в темп, но хотя за доской это совершенно не очевидно, конечно. Самый красивый вариант просто эстетический, ладья g8, значит, если конь d4, что тоже выглядит грозно довольно, тут вот не спрашивайте меня почему, но выигрывает ход c6 почему-то. c6? Такой безбашенный, я не знаю, просто пешку ведет он ферзи, видимо, да, и почему-то у черных нету достаточных контрресурсов, не знаю почему. Ну а самый красивый вариант, если ладья d1 шах, на ладья g8 пойти, ладья d1 шах, король h2, конь d4, теперь c6 уже не работает, наверное, просто после ферзя 5 шах мат получает. Но теперь очень важный ход, единственный, ферзь e8, абсурд, полнейший, то есть я не знаю почему, ну понятно, что мы защитились от ферзей 5 шах, но кажется, у черных сейчас мат поставят, но оказывается, что нету мата, и более того, нету даже спасения. И на конь e6 теперь следует g4, это блестяще совершенно. С идеей на ферзь бьет g4, ладья g6 шах. Что это такое вообще? Hg, ферзь h8 мат. Вот такие варианты. А на g4 приходится поэтому играть ферзь. Ну и на ферзь f3 то же самое, да? Да. Не, на ферзь f3 и ферзь h5 мат есть. Приходится играть ферзь, ну ферзь h5 мат, да. Ферзь e5 шах приходится играть. Король g2, конь f4 шах, это единственное за черных. Слон f4, ферзь бьет e8, слон бьет g5 шах, fg, ладья бьет e8, ну и легко выигранный ладейный эндшпиль здесь. Но это так, просто из эстетических чувств, потому что, конечно, поднять это все нереально абсолютно за доской. Да. Ну и вот еще был выигрыш на 50-м ходу, ну хотя я не выпускал выигрыш ладья бьет h7, то есть в этот момент еще не выпускал, но вот на 50-м ходу я мог еще сыграть ферзь f8 тоже. Тоже довольно красивый такой выигрыш. Но это хотя бы какой-то... В этом хоть есть логика, да, я согласен. Есть логика в этом ходе хотя бы. И идея в чем, что на король h5 тоже это не выглядит очевидным, но на король h5 следует ферзь h8. Теперь король g4, ладья бьет h7. Так-то вообще страшно, как бы еще белый мат не получить, но мата нет вроде бы. А на ладья d1 шах, король h2, ферзь e5 шах, g3. И на король f3 теперь король побежал в атаку. И тут ладья h6, только ладья h6, остальные ходы ничего не дают. Но после ладья h6, просто напасть на пешку f6. И здесь у белых выигранный эндшпиль, король e2, ферзь f6. Но самый главный вариант... Ну да, это и он пишет, что выигрывается эндшпиль. Да. Король пробежал в ноги, так сказать, но что-то мне почему-то напомнило, вот когда вратарь, да, бежит при счете 0-1, бежит в штрафную там. Но угловой, да? Отыгрываться, вот, да, отыгрываться, да. Вот король тоже побежал там в штрафную, черный король. Но самый симпатичный вариант после 50-го ферзь f8. Значит, я думаю, что я из-за ладья d1 шах так не сыграл. Ладья d1 шах, король h2, конь e6. Да, ладья бьет g5 шах. Надо играть, иначе в этом идея. Конь бьет f8, ладья бьет f5 шах, король g6. Ну, впрочем, этот вариант Женя в книге указал как раз. Да, и тут я, видимо, остановился, считал, что ну как-то ничего такого ясного. Но тут очень красиво c6. Есть ход. Видимо, я его не досчитал. Конь e6, на король f7 и не остановить пешку, оказывается. Как не остановить? Потому что поле c1. Да. Поле c1 слон. А на конь e6, кажется, что конь e6 может. Тут ладья c5 следует такой удар красивейший. Тоже очень красиво. Садей на конь бьет c5, c7 и снова пешку не остановить. И на ладья c5 приходится играть как-то ладья d8. Да, ладья d8 надо, чтобы пешку как-то остановить. c7 теперь, ладья c8 и еще такой заключительный штрих ладья c6. Да, сюда. И снова пешку не взять на c7 и заслон b6. Да. И белых технически выигранный эшпиль, ну там... довольно просто выиграл. Но это вроде как так можно было, да, так сыграть? Это можно было поднять, но, видимо, и король h5. Но все-таки еще не надо забывать, в этот момент у меня уже минут 10, наверное, было на 10 ходов там, или 12. То есть, ну, ладья бьет h7, как я сыграл, в принципе, это все логично и нормально. Да, практичное решение, у белых выиграно. Но тут вот я пересмотрел, так сказать, свое мнение. Позиция после 55-го хода, да, в принципе, я могу сказать, что Женя был прав, конечно. Вот здесь после... Да, ферзь бьет e4 шах, король g7. Женя прав был. Ферзь за 8 ход, ну, неправильный со всех точек зрения, конечно, он не техничный, действительно. Потому что он действительно, и даже после ферзь бьет a5, там не такой простой выигрыш, очень сложный. Поэтому смысла, да, после ферзь d7 вообще уже не факт, что он есть. Поэтому, действительно, конечно, Женя прав, это была просто довольно такая грубая техническая ошибка, надо сказать. Я думаю, что ферзь d5 надо было ходить, конечно, конь c6, слон d4, действительно переводить слона именно через d4, потому что если через d2, там черные могут поставить пешку на b4 и выиграть не так просто еще. Через слон d4, в принципе, здесь технически несложный выигрыш, и тут правда, что во всех отношениях это было, конечно, неудачным решением ферзь за 8. Ну и, кстати, поанализировав все это, я вот... поймался на мысли, я понял, конечно, в чем была слабость моя в этом матче, и понял почему. То есть, на самом деле, у меня было много грубых ошибок на 6-м часу, получается, да, то есть я явно проваливал 6-й час, и я теперь понимаю почему. Я еще в тот момент не знал и не понимал, что надо немножко себе какое-то питание давать, то есть я вообще не ел во время партии. И, видимо, на 6-м часу у меня просто вот уровень сахара, там, да, вот все это просто, я начинал проседать. Потому что потом я уже узнал, как бы, у специалистов, что, конечно, надо себя чуть-чуть добавлять, там, фруктозы каких-то, там, не знаю, даже черный шоколад, вот что-то такое, видимо, чтобы просто не... Дело в том, что мозг потребляет много сахара, да, то есть когда он думает, в смысле во время такой напряженной мыслительной работы, и у тебя просто начинаются перепады, да, как там называется, гликемические, что ли, да, и вот может быть потери концентрации, грубые зевки просто из-за того, что голова начинает отключаться чисто по физиологическим причинам, и я вот тогда еще этого не знал, и вот я посмотрел, если посмотреть 4-ю партию, 6-ю партию, да, можно сказать, что и 14-й мы потом посмотрим тоже, я там в какой-то момент зевал. Причем вот так просто зевками какими-то, да. Или вот какие-то фрагменты, какие-то моменты отключался. То есть я вот понял, что это, конечно, было, где-то я тут не доработал. Мне, может, не подсказали специалисты, я сам их не спрашивал. Что вот, видимо, с этим связаны были вот такие довольно грубые ошибки, просчеты вот на 6-м часу. Ну так, это просто... А ты потом ты это после матча как-то исправил, но в какой-то момент начал это делать? Ну в какой-то момент, да. Надо сказать, что я даже после матча этого не понял, честно говоря. То есть я не понял причину, я видел, что это происходит. Я не понимал, что причина, скорее всего, чисто физиологическая. И, кстати, в матче с Лека тоже вот я проиграл эту партию, 6-ю или какую-то... Не, не 6-ю, 4-ю, что ли, она была, да? 5-ю. 5-я, да. Вот то же самое, я же... Ну, просто очень грубо, просто поплыл совершенно в конце 6-го часа на 7-м, там просто грубейшие ошибки сделал и ничейную позицию проиграл. То есть, судя по всему, вот как бы я еще выводов не сделал. А вот к матчу с Топаловым я кое-какие выводы уже сделал, да. И вот там я 6-й час, так сказать, взял, и это, наверное, и было причиной победы в матче. Потому что я уже целенаправленно работал вот перед матчем, тренировался именно... для того, чтобы не терять концентрацию на 6-м часу. И вот, как ни странно, хоть и Топалов был известен как такой очень выносливый и хорошо играющий на 6-7 часу, в отличие от меня, вот там я как раз собрал все, что можно на 6-7 часу. Это немножко, Володь, знаешь, извини, напоминает марафоны. Я на каком-то марафоне неправильно питался, а там в какой-то момент заканчиваются углеводы в организме, у нас есть запас углеводов в организме, извините, такой офф-топик, он примерно составляет, ну, где-то 2200-2300 калорий. Это у нас сделано, ну, как-то в процессе эволюции, это сделано для того, чтобы, если надо долго бежать там от волка, от медведя, то хватило сил. И когда ты бежишь 3 часа марафон, в какой-то момент происходит этот, вот прям они там считают, там 3, 2, 1, бах, и все, и 0. И ты просто не можешь ничего делать, ни бежать, там, ни идти, ни стоять, люди просто падают. И поэтому обязательно нужно как бы каждые там 3-4 километра что-то есть. Ну да, да, мне потом это подсказали, мне тоже подсказали, и в принципе мне сказали, что надо где-то, я где-то с какого-то момента начал даже с собой приносить там что-то на партию, и где-то раз в 2 часа что-то чуть-чуть подъедать, даже мне этого не хотелось, абсолютно аппетита не было, но просто чуть-чуть что-то есть, чтобы держать себя, просто чтобы держать концентрацию, да, чтобы не было провалов концентрации, которые у меня вот здесь явно были на 6-м часу. Но это так, это просто к слову. Хорошо. Вернемся к нашим баранам, да? Да, вернемся тогда к 10-й партии. Мы остановились на 9-й партии, мы ее смотрели. 10-я партия. Что там, не помнишь, были какие-то у тебя особенные в этот день ощущения? Нет, нет, никаких не было особенных ощущений совершенно. Партия, то есть 9-я хорошо прошла, вышел на очередную партию, как всегда в таком настрое обычном, будем играть, то есть без там каких-то, не пытался зажиматься, не пытался наоборот слишком агрессивно играть, то есть просто вышел посмотреть, что, то есть, что будет на вариант с Е3, да, то есть который я уже повторил. Наконец там тренера нашли уравнение уже за белых в паре линий, в которых не могли найти до этого. И я уже был, в общем-то, в оптимистичном настроении, что хуже не получу, скорее всего. Хотя кто знает. Да. Я напомню, так, что дело в том, что я... Угу. Извини, Володя. Да-да, пожалуйста. Я напомню, что перед этим ты ходил в ферзь С2. На 4-м ходу. И вот можем посмотреть видео после хода Е3. Оно достаточно, мне кажется, ну не знаю, можно ли по эмоциям Гарри Кимовича судить о том, был ли для него это сюрприз или нет, но тем не менее на видео он выглядит достаточно, как сказать, разочарованным, что ли. И non, il joue le coup E2-3 Крамник, probablement. По моим ощущениям, это явилось сюрпризом. Ну, да, я думаю, что он, скорее всего, не анализировал очень серьезно ход Е3. Я практически его не играл вообще до матча. Ну, буквально там в паре партий каких-то иконных ракет. То есть, да, он не ожидал этого, да, это видно, да. Ну, понятно, что он был к нему готов, но... Но, видимо, это было такое, да, подготовка была довольно поверхностная к этому ходу, судя по всему. Что, в общем-то, по ходу партии и прояснилось. Но, тем не менее, сыграл очень хорошую систему. Она сейчас практически считается основной. И, в принципе, я сам ее черными постоянно играл с тех пор. И сейчас она очень хорошо стоит, ее практически все играют. То есть, на тот момент она еще не была основной, но Каспаров, конечно, все хорошо знал и опережал всегда теорию. Это система Карпова, кстати, можно сказать. Так ее называют, так сказать, в народе, потому что Карпов первый стал постоянно ее играть. Да, вот, ну, вот можем пройти конь F3, C5, рокировка. Но я сам играл конь c6, это был всегда основной ход в теории, конь c6 здесь. И вот тут, я помню, как-то никак не могли найти уравнение мои товарищи, да. Как-то не через раз удавалось, то не удавалось. Поэтому это я в основном на это готовился. Но Каспаров сыграл другую систему, он сыграл cd, ed, dc, слон c4, b6. Да, слон g5, слон b7, ладья e1, конь d7. Дело в чем, он, по-моему, раньше ее не играл. Ну, вообще, я как выбирал? Немцович, конечно, дебют очень серьезный, и, ну, как бы он один из основных. Все равно, как, с кем бы ты ни играл матч на пианисте мира, даже если человек его не играет постоянно, но к нему надо готовиться. Это один из основных, таких самых серьезных дебютов в теории шахмат, там, я не знаю, уже век практически. И, соответственно, я как Е3 выбрал? Ну, во-первых, Жоэль был большой специалист по Е3, всю жизнь играл, очень хорошо знал Е3. Женя, по-моему, тоже поигрывал Е3, тоже знал. Ну, а главное, я посмотрел статистику, то есть, на самом деле, я доверяю статистике часто, когда готовился, вот, особенно к матчу на первенство мира, смотрел статистические выкладки соперника на разные системы. И вот на Е3 у Каспарова был вот швах совсем. Вот самая плохая статистика была на Е3. То есть у него было мало партий и там -2, что ли, что для него вообще это редкость крайняя, да. То есть он там, может, одну выиграл, 3 проиграл и какие-то ничьи. Но партии, конечно, разных совершенно годов, но тем не менее понятно, что как-то у него не шло Е3. И при прочих равных, при том, что я и так-то собирался Е3 играть, а тут еще статистика, то есть у меня уже не было сомнений в том, что это правильный выбор, но и другое дело, что объективно там с перевесом проблемы, это первое, и второе, то, что там огромный объем знаний, огромный объем работы нужно проделывать, что, в общем-то, и делали мои секунданты, и я в том числе. Ну, на систему вот типа этой, которую я ожидал меньше, честно говоря, так ничего особенного у меня подготовлено не было, и я откопал в своих записях какой-то старый файл Бори Гельфинда, где-то я там года 3 назад, не знаю, что-то у него спрашивал на эту тему, вот, да, ну, я уже рассказывал, да, что мы делились какими-то своими наработками в 90-х годах, и что-то с кем-то я хотел играть Е3, и вот на эту систему вообще не знал ничего, он мне прислал какой-то файл, ну, такой самый-самый простенький, вот, ну, сыграй вот это ферзь b3, если что, ну там вот и какие-то 2 варианта, 2 партии и все. В общем-то, вот и вся моя была подготовка, но в принципе я решил сыграть вот эту систему. Она более редкая, потому что в основных я ничего особо не видел, да и нет там действительно ничего. Я сыграл ладья Е1, конь БД7, ладья С1, ладья С8 и какой-то редкий ход ферзь Б3. На тот момент редкий. Ну, тут на самом деле уравнений у черных миллион, но я просто хотел сыграть что-то, что может быть... Основной ход там, кажется, слон d3 в теории, и у черных... Ну, там теория развита хорошо, и, в принципе, у черных нет проблем там по теории. А вот ферзь b3 такой какой-то редкий, немножко кривой ход на тот момент. Потом он, конечно, стал относительно популярным, и его уже там довели до ничьей там в 3 направлениях, но на тот момент он еще не был до конца изучен. И вот там буквально 1,5 варианта я знал, которые мне Боря прислал года 3 назад. Вот все мои знания были, но Каспаров, судя по всему, не знал совсем ничего по ферзь b3. Ну, видимо, он наспех все-таки готовил, на e3 что-то ему кто-то прислал, так же, как и мне, да, что-то показал, и вот как бы ферзь b3, видимо, не было в этом. Ну, здесь самое простое вообще уравнение взять на c3, слон bc3, ладья bc3, h6 уже практически форсировано, до ничьей довели, там слон h4, слон d5, вот это самое простое, и там просто какая-то форсированная ничья. Ну, слон бьет d5, как-то черные берут ед, у белых на вид поактивнее, но как-то там ход-ход, везде ничья. В общем, это такое самое четкое. Но, правда, как сыграл Каспаров, он сыграл слон е7, что, конечно, более логично так выглядит. Это тоже похоже, что удержит, но тут начинаются тактические какие-то вещи. Слон Е7 ход, конечно, очень логичный, но тут идея слон бьет F6 очень странная, да? Черт, белые сами на слона не напали, но они сами как бы вот меняются на F6. Идея чисто тактическая, да, то есть если побить слоном на F6, что, кстати, тоже, похоже, уравнивает, то конь b5, но так дело в том, что за доской это все не так просто, да, для черных, потому что какие-то прыжки, вот здесь, например, единственное за черных приемлемое продолжение, сыграть а6, на конь d6 как-то, нет, побить на f3 именно сначала, извиняюсь, побить на f3, иначе там конь d6 будет, ферзь бьет f3, но это выглядит не очень хорошо за черных, но держится, а6, как-то, по-моему, так, да, и на конь d6, ладья c7. Очень страшно выглядит, там куча каких-то ходов, и на a6 вроде подвисает, и конь бьет f7, вот основной ход здесь. Ну, сейчас уже компьютерные партии тут появились, конь бьет f7, ладья бьет f7, слон бьет e6, конь f8. И как-то меняется на f7, ну и черные держат эту позицию, чуть-чуть у них хуже, но ничья, в принципе. Но в любом случае, опять же, за доской это, конечно, неприятно. Конь b5 видно, что очень опасно. Тем более, тут и вот важный психологический момент, особенно в современных шахматах он еще стал более важным. Это когда ты понимаешь, что соперник по подготовке компьютерной играет, да? А ты начинаешь за доской играть, и ты лишний раз хочешь сыграть покрепче, не давать какой-то такой четкой тактической возможности. Потому что просто боишься, что, может быть, она проигрывает форсированно, и соперник это все знает. Каспаров же не мог знать, что я, в общем, тоже ничего не знал толком здесь. Тоже, в общем, но... А так-то неприятно. Я пошел ферзь b3 быстро, слон e7 быстро взял на f6. Так сказать, на это такая психическая атака. Но дело в том, что на конь бьет f6, слон бьет e6. В этом вся, как бы вся идея. Слон бьет e6, да. И, ну, я, конечно же, он видел ход слон бьет e6, понятно, когда бил конь f6. Но, конечно, очень неприятно это получить за доской, когда ты не знаешь оценку компьютера здесь. Соперник быстро, уверенно там взял на f6, взял на e6. И это я знаю сам по себе, у меня бывало тоже такое, что психологически очень неприятно. То есть ты лишний раз перепроверяешь каждый вариант, и ты хочешь сыграть вот как можно надежнее, перейти в какую-то позицию, пусть она будет похуже, но она надежная, то есть без риска проиграть сразу. Да? И вот я думаю, с этим Каспаров сказал после партии, он видел ход ладья c7, здесь правильно было сыграть ладья c7. Он видел, считал варианты, сидел, но просто побоялся того, что у меня все тут до конца проанализировано на компьютере. На самом деле, я потом посмотрел свои записи, у меня было написано ладья c7, конь g5 с инициативой. На этом все заканчивалось. Ну, да, но на самом деле здесь у черных порядок. То есть ладья c7, конь g5, надо ходить ферзь бьет d4, но очень сложно решиться. То есть у меня ни малейших сомнений нет, что так бы и сыграл Каспаров, все бы посчитал, если бы он не был уверен, ну, если бы он не подозревал того, что у меня это проанализировано с компьютером. Потому что позиция тут безумная, острейшая просто позиция, но в принципе у черных проблем нет. То есть черные здесь делают ничью, то есть, например, тут сам на конь бьет f7, ну конь бьет f7 сразу ничья, и причем он этот вариант видел, даже, по-моему, на пресс-конференции сказал об этом. Конь бьет f7, слон c5. Слон c5. Ну, конечно, так вот решиться непросто, но, с другой стороны, здесь выбор тоже у белых небольшой. Конь d8 шах надо играть, ну или конь d6 шах, да, король h8, бить на b7, потому что иначе мат уже белый получит. Ферзь бьет f2, король h1, ладья бьет b7, ну и ничейная, по сути, позиция. Но хитрее, да, здесь ничья должна быть, несложная. Но хитрее 17-я ладья c2. И вот это, мне кажется, он тут вот просто не решился пойти на это. Ладья c2 такой ход. Хитроумный такой. Да, вот профилактически, защищая пешку f2, конечно, безумно острая позиция, сложная. Я его могу понять, не хотелось вот в эти дебри идти, но объективно здесь сильнейший ход слон d6 почему-то. Не слон c5, а слон d6. Ну, там длинный вариант, не знаю, стоит ли брать, после слон c5, конь b5, там безумный длинный вариант, заканчивается перевесом белых, но с шансами на ничью. Слон c5, конь b5, могу просто его прокрутить. Ферзь h4, практически там единственные ходы у обоих. Ферзь h4, конь бьет f7. Ладья c бьет f7, значит, ладья бьет c5 теперь, bc, конь d6. Напал. Грожу еще ферзь бьет b7, да, слон d5 здесь, конечно, да, очевидно, сильнейший ход. Слон d5, значит, слон бьет d5, конь бьет d5, все это строго форсировано, конь бьет f7. Теперь получается, что на ладья бьет f7, ладья e8 шах, да, и ферзь бьет d5, это нельзя. И там вроде все остальное тоже срастается, но на конь бьет f7, да, здесь просто выигрывают белые. На конь бьет f7 надо ходить c4, ферзь f3, строго единственные все ходы, ферзь d4 теперь. Кто-то пришел. И теперь ладья d1. Ферзь бьет b2. И теперь, значит, сильнейшая, судя по всему, ладья бьет d5. c3. Это, конечно, безумно сложно, потому что кажется, что белые выигрывают c3. Теперь игра начинается обоюдная, но сильнейшая конь h6 шах, gh, ферзь g4 шах, король h8, ферзь d4 шах, король g8, g3, хладнокровная, потому что надо же защитить, да. Теперь идея в том, что ферзь b1 шах, король g2, ферзь b7, единственный ход, иначе ладья d7 там матует. Ферзь b7, и вот какая-то возникает такая позиция, король h3. Почему-то ферзь g7 сильнейший ход. Ферзь c4. Я извиняюсь, но вариант очень форсированный, действительно. И ферзь f7, f4 теперь. Ну и вот какой-то, вероятно, возникнет эндшпиль в итоге. Ладья и вот пешки f4, g3, h2 против ладьи, пешки а и h6, h7. Ну, такой немножко опасный для черных, да, потому что пешки сдвоены наш, но скорее ничья, конечно. Вот такой вариант. Ну, и, то есть я хочу показать, как бы вот насколько сложный был расчет, насколько это было, то есть, ну, понятно, что ход слон d6 вообще трудно заметить вместо вот после ладья c2. Так, это где тут? После 17-го ладья c2. Да, вот вместо слон c5 еще раньше. Слон d6. Вот. Это сильнейший ход здесь позиции. Его вообще трудно заметить. На ладья c2, да, правильно. Ладья c2, слон d6. Угу. И тут форсированная ничья получается, по мнению компьютера. Конь b5, слон бьет h2 шах, король f1. Не-не-не, если король бьет h2, ферзь h4, да, видимо, ферзь f4 шах, как-то там ферзь бьет g5, ну, конечно, это все безумно сложно считать. Король f1, ферзь h4 теперь. Безумная позиция, висит все вообще, но теперь похоже, что здесь ничья, то есть двумя путями, но g3 почему-то компьютер считает самым точным. Слон бьет g3, ладья бьет, конь бьет c7, ферзь h1 шах, король e2, ферзь h5 шах, король f1, вечный шах. Вот такой. Ну, опять же, Каспаров может, умеет так считать, может посчитать, но я думаю, что тут психология сказалась. Ну, я действительно, я его понимаю, а если у меня это все проанализировано, я буду вот так же, с такой же скоростью делать ходы. Я понимаю, что он побил фе, ему не нравилось, наверное, фе, но он просто вот покрепше. После фе он хотя бы получает такую позицию спокойную относительно. Может быть, она хуже, но хотя бы он против компьютера не проиграет. Он хотя бы против, если проиграет, против человека, да? То есть это вот похоже, вот я не знаю, в какой момент. Это в этот самый момент. Ну да, вот он, я понимаю, что вот я сам знаю, да, вот ты считаешь варианты, понимаешь, что так играть надо, но не можешь себя заставить, потому что ты понимаешь, что ты, может быть, будешь против компьютера играть, а не против человека, да. То есть, к тому, что я это все подготовил, может быть, но не повезло ему, не повезло. Потому что я, на самом деле, да, сыграл фе. Фе, да, и вот тут, ну тут получается, вот здесь у меня, по-моему, было, единственное вот было в записи, я потом посмотрел, это вот какая-то партия двух мастеров венгерских, фе, ферзь бьет e6 шах, да, как было сыграно, ну, ладья f7 нельзя из-за конь g5, да, то есть это не проходит, поэтому король h8 надо играть, да, здесь белый выигрывает, король h8, ферзь бьет e7, и черные отыгрывают пешку, слон бьет f3, gf, ферзь бьет d4. И, ну вот как бы кажется, что да, то есть все-таки у меня король ослаблен, видно, что ничего сверх, ну то есть сверх страшно быть не должно за черных, но вот находится ход конь b5, по-моему, на нем у меня и остановилось все, то есть конь b5 и типа белые, черным еще надо аккуратно играть, вот как бы весь мой был анализ, так сказать, здесь, и после конь b5... Ну, здесь Каспаров просто просчитался. Ну, как бы, опять же, конечно, это был ужасный для него день. Он просто вот как бы из серии играл, не угадал ни одной буквы. Или как там, угадал все буквы, не угадал слово, да? То есть он, как бы, видимо, варианты считал, многое видел, но почему-то каждый раз не то выбирал, что нужно. Да? То есть, конечно, здесь он явно что-то просчитал, не досчитал. То есть, я понимаю, что, может быть, психологически он уже подустал к этому моменту. Все-таки, наверное, уже больше часа потратил на расчет вот этих всех вариантов. И уже какая-то усталость была определенная. Плюс, наверное, как он сам говорил потом, что он не выспался, был очень такой, он очень готовился там полночи к партии и был просто не в состоянии вот такую жесткую, очень счетную игру вести именно в этой партии, да, что тоже бывает. И он сыграл ферзь бьет b2. Вот я раньше считал, что здесь еще все не так плохо. На самом деле ферзь b2 просто проигрывает ход, просто проигрывает. Но, правда, уравнения не было, то есть везде были неприятные позиции. Наверное, лучшим было пойти ферзь d3, ферзь d3 именно, а не на d2. И вот возникала такая позиция, форсирована практически. Конь d6, здесь какой-то ладья a8 приходится делать ход, крайне тяжелый для того, чтобы вообще, ну, как бы для человека, да, ладью поставить туда. А ее больше особо девать некуда, да? Да, просто некуда девать ее, да, она как-то пешку защищает хотя бы. И конь f7 шах, король g8, но она выглядит, позиция, нехорошо, я понимаю Каспарова, то есть ему очень не хотелось это делать. Конь e5, то есть у меня мало того, что пешка какая-то, но она, правда, что называется, дохленькая, сдвоенная, но у меня все-таки инициатива, да, все фигуры зашли, конь сильный на e5. Но, тем не менее, черные должны, наверное, сделать ничью, ферзь f5, они здесь должны пойти, ладья c7. То есть я набрасываюсь, да, выглядит это все очень тревожно для черных, но как-то конь h5, ну и вот как-то компьютер держится. Белые, например, могут перейти в эндшпиль, ферзь d7, тоже, конечно, мучение для черных в эндшпиле, потому что все-таки пешка есть пешка, да, и конь на e5 сильный, но все-таки, наверное, они должны сделать ничью здесь так, при правильной игре. Но я понимаю Каспарова, ну, неприятно, да, то есть в этом он понимает, что равенства нет, что придется, если он не побьет на b2, то придется долго и нудно, что называется, защищаться, какой-нибудь худший эндшпиль спасать, да, и он все-таки побил на b2, решил вот сыграть, конечно, это очень рискованно, но зато принципиально, зато он хотя бы запасся пешкой, но всего не досчитал здесь, да, ладья bc8, конь d6. Ну, честно говоря, пока я вообще ничего, я партию, по сути, еще не начал, да, то есть, ну, вся самая лада. То есть мне так удалось выиграть у Каспарова быстро в 25 ходов важнейшую партию, по сути, ничего-то особо не сделать, ну, не сделав, но просто вот какое-то стечение обстоятельств, да. И здесь Каспаров сыграл ладья b8. На самом деле, я считал, что после ладья a8 еще можно было как-то держаться, хотя позиция тяжелая. Вот я так считал, но на самом деле тут конь f7 шах, конечно, там Женя тоже приводит эти варианты в книге, король g8, как-то ферзь e6, тут очень тяжелая у черных позиция, ферзь e6 как-то h6 надо ходить, отдавать еще пешку, ну тяжелая позиция, да, скорее, наверное, ближе к проигранной, чем к ничейной, но вообще говоря, конь e8 выигрывал конь e8, по-моему, Женя это в книге указал, кстати, нет, на ладья a8. На ладья a8, в принципе, выигрывает конь e8. На ладья a8. Не b8, а a8. Да, ладья a8, конь e8. Ну, я ресурс-то видел, конечно. Единственный ход конь g8. Ну, если брать на e8, ферзь бьет e8 мат, да. Ну, например, там как-то, я не знаю, так. Да, чем бы не взял, так еще можно ферзь f8 добавить, но даже так, да. Это мат? Да, мат, значит, да. Грозит еще ферзь, то есть конь g8, ход строго, единственный на конь e8. Конь g8 и ферзь d7. И на самом деле просто жуткая доминация. То есть я ничем не грожу, но черные просто запатованы, у них нету ходов. Ферзь сторожит пешку g7, конь выйти не может, g8, ладья на a8 тоже арестована. И, в принципе, я просто медленно выигрываю эту позицию. Например, на ход a5. Тут самый четкий план это пойти f4, потом король g2 и ладья e5. Потом еще надо король g2 вставить. Белый, черный все равно, кроме движения пешек, там p5, a4 ничего сделать не может. Король g2, ладья e5, и там придется побить на e8, но это проиграно. А даже я потом подумал, может быть, даже на a5, a4 еще. Такое вот циничное. Вместо f4, просто еще a4, чтобы еще пешки не двигались, да. Ну и вот, ну то есть тут плохо, просто у черных проиграно. Эта позиция плохая, но он сыграл ладья b8, Каспаров. Здесь, ну вот здесь важный момент, ну как важный, конь f7 шах, в принципе, тоже выигрывает, как я и сыграл, но конь e8 тоже выигрывала. Конь e8, то есть тут ладья стоит намного лучше на b8, темп лишний, но все равно оказывается, что в принципе не спасало. Конь g8 надо играть все равно здесь, и ферзь d7, то же самое. Но здесь какой-то темп, черный b5, ладья b6 могут успеть перестроиться, но... Компьютер считает, что это тоже не лечит. Как-то король g2 просто почему-то ходит. Там как только ладья b6, конь d6 играет. То есть тут тоже выиграно у белых. Но я уже посчитал, вместо этого конь f7 шах, в принципе, там все досчитал до конца. И конь f7 шах, король g8, ферзь e6. Да, ну и тут еще финальный зевок, ладья f8. Ну, правда, видимо, уже... Каспаров в Гроге находился, я видел, что h5 строго единственный ход здесь. Строго единственный. Но, правда, у черных совсем проиграно. Конь g5 шах, и я это видел. Кстати, после партии я Каспарову сказал, потому что он когда сдался, мы подписывали бланки, он мне сказал, говорит, ну хоть h5 бы пошел. Я говорю, ну там конь g5, ферзь f5, просто мат. И действительно, конь g5 шах, король h8, ферзь f5, и просто матовая атака, ничего сделать не могут. Она такая неторопливая, скажем, ферзь бьет a2, ферзь g6. То есть я просто подвожу фигуры и матую, нет никакой защиты. Ферзь А3, потому что грозит ладья Е7. Ферзь А3 какой-то надо делать ход, ладья Е6. И просто король G2, ладья бьет F6 и мат просто. То есть тут компьютер там уже плюс 5 дает белым. Черная просто получает мат. Но все равно, то есть здесь уже все закончено. Ладья F8 было на ферзь Е6 сыграно. Ладья F8. И тут, видимо, он еще земнул. Ну, он такой немножко нестандартный, да, конь d8 шаг, да, как-то он нестандартный с d8 именно. Король h8, ферзь e7, вот такая штука получилась. И после ферзь e7 оказывается, что, ну, у ладьи нет полей. На ладье e8 ферзь бьет e8, на ладье g8, разумеется, конь f7 мат, а на король g8 конь e6 и попадает, то есть просто получает, ну, проигрывает сразу черный. И да, конь e6, и висит на g7 мат, и на f8, на ладья f7, ферзь d8 просто матует. И Каспаров вот тут va peut-être marquer le deuxième point aujourd'hui, qui lui donnerait 2 points d'avance dans le match. Момент. Il a fait une gaffe. После хода ферзь d8. А, нет, это предыдущий, по-моему, видео. Сдача партии произошла в процессе одевания часов. Да, у Каспарова всегда была такая традиция, привычка, это когда он приходил на партию, он часы клал рядом с собой, чтобы они, видимо, не мешали. То есть, когда он надевал часы, это означает, что он уже... собирается уходить. Это как бы первый признак. То есть он перед тем, как сдаться, еще чуть-чуть думает, хотя, конечно же, он отлично понимает. Нет, он на самом деле ждет тебя, мне кажется, просто. Нет, я был за кулисами, как бы, нет. Просто он, ну, на всякий случай, конечно, проигрывать партию, тяжелый удар, и просто на всякий случай, но вдруг что-то я не вижу, да, вдруг что-то не то, да, и вот как бы не хочет, да, хотя понятно, что он за несколько секунд понял, что уже все. Но еще минуту-две сидел просто. Мне кажется, просто тяжелое еще поражение, ну, как с эмоциональной точки зрения. То есть, по сути, в несколько ходов. Ну, конечно, да. То есть тяжелейший удар. И, в принципе, я понимаю его чувства. То есть сам испытывал такие чувства, да. И... да, можно пожалеть только его, да, потому что, конечно же, эта партия просто какой-то, ну, с его стороны недоразумение какое-то. Да, вот тут он мне говорит, что хоть h5 бы пошел, а я ему говорю, не, конь g5, ферзь f5, ручкой и ручкой показываю, все равно плохо. Хотя, да, но, да, конечно, ну, что можно сказать об этой партии? Это не какое-то произведение искусства или что-то, но такие моменты случаются, вот все против тебя в этот день. Абсолютно все. То есть ты там не выспался, что-то потом попался, вроде на вариант, на самом деле и не попался, потому что еще там проблем не было. Потом где-то считаешь, не можешь досчитать, да, и вот потом что-то еще по ходам не срастается. Честно говоря, нет ощущения, что после ферзь b2 у белых прям уж выиграно должно быть. А вот оказывается, что уже выиграно. Ну, бывает такое. Ну, такие провальные партии. Ну, правда, я могу сказать, что такие они и у меня были, провальные партии матча на первенство мира, да, то есть они у всех бывают иногда. Я вот помню, у меня была ужасно провальная партия с Топаловым, вот, по-моему, 9-я, что ли, которую я черными проиграл. То есть я вот пришел потом, я не мог понять, что я творил, то есть почему я делал ходы, но я играл на уровне, там, ну, 2400, наверное, партию провел. То есть просто совершенно, я ничего не зевал, а просто делал какие-то ужасные ходы один за другим. То есть каждый раз я хотел сделать правильный, потом в последний момент передумывал, делал ход, пережимал часы, тут же как бы, тут же начинал думать, а вообще, что я сотворил, зачем я этот ход сделал. И вот так несколько раз за партию проиграл без всякой борьбы, ужасающую партию позиционно, то есть вообще какой-то кошмар, да. И я помню, потом пришел, и меня Мигель допрашивал, то есть он говорит, ну я понятен, что происходит, что это за ходы. Я говорю, Мигель, я сам не могу объяснить, я не знаю, что там было сегодня, кто был вместо меня сегодня, но это у всех бывает, бывает у всех такое, и, конечно, в общем, желательно, чтобы это не было, или хотя бы не в такой важный момент, но бывает. Жоэль, а ты помнишь, что после партии происходило? Какие вот Йосе Мауриню, небезызвестный футбольный тренер, говорил, что самое плохое в футболе, самая опасная ситуация — это повести в матче 2-0. Вот лучше 1-0, 3-1, любой счет, только не 2-0, потому что тут же происходит определенное расслабление. Расслабились вы после этого или продолжили пахать? Не, ну, конечно, наступило некое такое облегчение, да, такое. Ну, как бы было понятно. Но, с одной стороны, первый момент облегчения и радость, а с другой стороны, некий мандраж, потому что ты понимаешь, что ну, сейчас уже, если не выиграть после этого, то это, конечно, совсем обидно, да. То есть, ну, как бы уже нельзя выпускать победу из рук. Вот, поэтому, да, это был непростой момент. Но я хотел рассказать немножко другую историю, потому что эта партия имеет продолжение несколько лет спустя. Значит, был такой, значит, эпизод в жизни, удалось встретить Фишера, ну, 5 лет спустя этого матча, это было в 5-м году, да. Возможно, даже ты, Илья, не знаешь эту историю. И, значит, ну, я так коротко ее расскажу, в общем, Володя ее хорошо знает. Ну, у нас в какой-то момент появился на горизонте один человек, ну, такой некий бизнесмен русско-американский, который хотел спонсировать матч Фишера с Володей. И, значит, так получилось, что я полетел из Парижа в Рейкьявик, взяв Бориса Васильевича Спасского в багаже с собой, потому что мы понимали, что без Спасского нас не пустят к Фишеру. И, в общем, но я не буду рассказывать все перипетии, это, может быть, даже предмет отдельной передачи. Но суть в том, что когда, наконец-то, мы добрались до Фишера, и он нас принял у себя, значит, он, кстати, остановился в той же гостинице, что и на матче с тем самым, со Спасским в 1972 году, да. Значит, он открыл дверь, там, ну, он меня узнал, он знал, кто я, в общем, хотя мы никогда не виделись до этого. И я зашел вот в его комнату, и я вижу вот эту финальную позицию 10-й партии на доске. Значит, в номере с Фишером сидел наш троянский конь, значит, Спасский, которого мы заслали там заранее, чтобы подготовить Фишера. Вот, и, значит, а я спрашиваю у Бови, а почему вы смотрите эту партию? Естественно, я ее сразу узнал. И он сказал, да вот я объясняю Борису, что, конечно же, Каспаров дал матч Крамнику, это был договорной матч, потому что вот, очевидно, Каспаров не мог так плохо сыграть. И что ты, Жаль, ты его разубедил или я очень сомневаюсь, что тебе удалось его разубедить? Но ты хотя бы попробовал? Никто не смог никогда, это понятно, но я просто ему сказал, ну, Бобби, ты, конечно, извини, но я считаю, что это полный бред, и более того, я, в общем-то, имею прямое отношение к этому матчу, я все увидел изнутри, и могу тебе сказать, что ничего такого не было. Вот. Ну, естественно, это ничего не поменяло, там, его мнение. Но по крайней мере, ты не был выгнан, да, за дверь после этого? Нет, нет, ну мы же приходили с предложением, понимаешь, это же деловая встреча, можно сказать. А что вы ему предлагали? Вот этими словами, Жаль, может, ты разрушил матч, кто знает, в итоге. Не думаю, как-то было видно по нему, что он вряд ли готов еще сыграть в шахматы. Жень, ну ты после этой партии как-то вдохновился, поверил в чудо, что может быть успех, или продолжал думать, что сейчас минус 4 получим в последних партиях и пойдем домой? По-моему, нас отпустили после этой партии в баню и в джакузи. Понимаешь, да, у нас был вот буквально перерыв какой-то эмоциональный. Поэтому мне вообще было до фени. Я помню, я лежал в джакузи, там, в бане, там, в сауну заходил. Мне так было хорошо, усталость была неимоверная. Как бы вот тут вот расслабление наступило полное. Мне было вообще все равно. Я лежал, хорошо помню, что я глупо улыбался. Но почему? Думаю, что, конечно, не по причине, что я радовался, что Володя выиграл партию, конечно же, а потому что нас отпустили из комнаты, полежать в джакузи. Я хочу небольшой спойлер сказать, значит, что мы эту улыбку еще увидели после последней партии. Ну, уже два раза за матч Женя улыбнулся, поэтому не зря приехали в Лондон, не зря боролись за корону. Володь, а у тебя какое было состояние? Страшно было? Ну, как, не то, что страшно, а как-то... Какие были вообще эмоции? Я могу сказать, что с этого момента, конечно, с этого момента у меня было, ну, как сказать, некое было... Да, вот то, что Жоэль сказал, именно то, что сказал Жоэль, правда. То есть я понял, что теперь уже будет действительно обидно матч этот не выиграть. То есть до этого я его просто играл, я был доволен тем, что шансы наконец появились и так далее. А вот с этого момента я уже, ну, так сказать, немножко занервничал, прямо сказать. То есть я понимал, да, то, что... То есть, скажем, напряжение, вот это нервное напряжение, оно удвоилось с этого момента. Это правда, да. То есть я понял, что теперь уже, если я не выиграю матч, это будет реально очень обидно. Реально очень обидно будет, да. То есть, и, конечно, да, вот надо сказать, что дальнейшие все партии были уже очень тяжелыми именно вот в плане нервного напряжения, да. Я уже как бы, да, уже не хотелось отпускать, так сказать, 2 очка преимущества. Ну, давайте перейдем к 11-й партии. Да, Жоэль, извини, что? Да, я хотел еще добавить один комментарий, что на самом деле это психологический феномен довольно известный, да, что когда, ну, какой-то большой перевес появляется, это даже в рамках одной партии происходит, то, в общем-то, можно сказать, что страх переходит из одного лагеря к другому. Что я хочу сказать, что в данном случае Каспаров понимал, что матч практически проигран. И, в общем-то, уже нет смысла бояться. То есть можно играть уже просто в шахматы. И в конце, кстати, видно по кадрам, что, да, он, конечно, раздосадован, он очень, как бы, ну, как бы разочарован и так далее, но тем не менее он спокойный, да, то есть он ну, дальше, ну, ладно, будем играть, что получится, получится. И в этом состоянии обычно, ну, как бы тот, который защищается, он становится опаснее, потому что он играет совершенно спокойно, он только уже думает о партии, а не о результате. В этом смысле это тоже важно. Ну давайте посмотрим, да. Было даже видно, что Каспаров раскрепостился, и, кстати, очень прилично играл. Но он и до этого нельзя сказать, что уж совсем плохо играл, но очень сильно вот эту часть матча провел, то есть уже так напирал, что я еле-еле отбивался. Действительно, как бы я, как раз наоборот, напрягся, а он расслабился. И, в общем-то, да, действительно было очень сложно после этого. Да. Итак, 11-я партия, счет 2-0. Напомню, что матч состоял из 16 партий. И, собственно, каждая партия уже приобретала статус такой полурешающий, так скажем. Ну, да, вот очень важно, конечно, не дать сразу отыграться после этого. То есть, если бы удалось отыграться в следующей же партии, конечно, тогда, в общем, все было... забыто, да, все невзгоды, и вот это очень важная партия после выигрыша. Вот я это понял, когда секундировал Каспарова на матч с Анандом, он же проиграл тогда 9-ю, да, кажется, и тут же отыгрался в 10-й. Да, нет, по-моему, 9-ю. Да, и тут же в 10-й отыгрался, и это было безумно важно, да, и я вот решил не повторять ошибку Ананда, не повторять дебюта, да, вот я как раз... У меня было на одну партию, скорее на одну, вот был другой вариант в испанской, не Берлин. И я решил, что это самый момент именно сейчас в него выйти. именно в этот вариант, чтобы сбить вот с этой накатанной подготовки, да, вот чтобы как-то немножко выбить сразу выбить вот из этого настроя. Потому что я понимал, что, скорее всего, в выходной день Каспаров настроится на эту партию как на почти что последнюю, да, решающую, и будет, конечно, всеми силами пытаться выиграть, и хотелось сбить, вот, и сыграл А6, да, сыграл другой вариант испанской партии. Так. Ну, тоже, мы, по-моему, с Жоэлем как раз в основном работали над ним. Женя тоже, по-моему, принимал участие. Ну, да, вариант, конечно, серьезный, известный. Понятно было, что Каспаров тоже к нему будет готов. Но, может быть, ну, там не всегда все вспомнишь, много форсированных вариантов. То есть я все-таки вот решил сыграть его. Угу. А4 именно слон b7. Да, ладья b8 основной ход теоретически. В тот момент слон b7 было популярно. Да, ладья b8, громадная теория, да, после слон b7, в общем, варианты, конечно, так себе, честно говоря, объективно, но это потом уже нашли, в тот момент еще были сомнения, что у белых здесь лучше, да, сейчас уже, по-моему, их нет, поэтому на a4 играет ладья b8 в основном. И вот тут был вариант, в тот момент популярный, d3, рокировка, да, как-то. И вот длинная какая-то теория такая, довольно форсированная. Ну, скажем, у белых есть выбор, они могут на нее не идти, на вот этот эндшпиль, который возник, но он был известен и считался опасным для черных. Угу. Да, вот как там, конь А5 или конь d4, да, конь А5, и вот АБ. По-моему, белые как-то по-другому тоже могут играть. Но на тот момент он считался опасным, и Каспаров на него пошел, потому что практически черные не могут его избежать после А4 слон b7. Его мы очень тщательно поанализировали, очень тщательно. Ну, Жоэль, особенно с Женей, очень глубоко его поанализировали и поняли, что, скорее всего, все-таки там позиция держится. Но анализировали, наверное, пару дней только этот эндшпиль, не говоря уже о других возможностях белых. Да, вот конь Е5, вот как все это идет, d5, там что-то, да, вот очень длинно. Каспаров до этого выиграл у кого-то, по-моему, там. Белыми, черные как-то чуть по-другому сыграли, но вот они не решились пойти в этот эндшпиль, как там, ДЕ или что, я уже не помню, да, ДЕ, и вот он возникает вот такой, там много тактики, почему-то b4 надо ходить, все очень форсировано, как там берут на f6, да, да, bc, конь d7, или, bc, да, bc, конь d7, нельзя ладья d8 из-за конь f6 шах, и ладья теряется. Поэтому приходится отступать слоном вместо этого. Да, слон ушел куда-то там, да, взяли на f8, f3 надо пойти. Пешку защитить. И вот этот эндшпиль. Да, да, защитить пешку. Ну и вот такой эндшпиль, он там плюс-минус, по-моему, считался, кто-то поставил плюс-минус, и черные на него не шли. А я так присмотрелся, ну вообще по виду-то не должны черные проиграть. А почему черные должны проиграть? У них два слона за ладью и две пешки. Все-таки два слона — это серьезная сила. Пешек не так много осталось. Связанных проходных, более того, даже четких проходных нет. То есть я, честно, не считал так вот навскидку, да? То есть интуитивно мне не казалось, что черные должны проигрывать здесь. Или вообще там, что у них большие должны быть проблемы с достижением ничей. И, кстати, думаю, похоже, что оказались мы правы. То есть все-таки черные держат этот эндшпиль при правильной игре. И да, h5 надо, очень важный ход. h5 там надо как-то... Да, и вот тут вот Женя правильно написал в книге, что очень много анализировали эту позицию. И Каспаров очень быстро сыграл по h4. На самом деле там ребятам понадобилось очень немало времени, чтобы понять, что h4 надо ходить, что иначе у белых ничего там, ну, иначе черные ставят пешку на h4, и белым трудно выиграть, а вот h4 как бы был такой тонкий, хитрый ход, который мгновенно был сделан Каспаровым, то есть он это анализировал, даже он где-то сказал потом в интервью после матча, что он играл тренировочную партию с Адамсом именно на эту позицию и выиграл легко. И как бы, и вот это, и поэтому он пошел, то есть он очень хорошо тоже эту позицию знал, но мне кажется, что мы ее тоньше оценили, он недооценил где-то ресурсов защитных черных, то есть король там f2, да, как там было сыграно. То есть тут главная идея в чем? Черных, в принципе, проблема с пешкой h5, но, к сожалению, ее надо было ставить на h5 все равно. Проблема в том, что если белая ладья перейдет по пятой линии, то пешку Да, и заберет пешку, но пешка просто пройдет. Да? Плюс еще потенциально, учитывая, что король ушел в центр, а он должен быть в центре в этой позиции, у белых где-то есть идея там g4, hg, h5, как-то ее провести просто в какой-то позиции, просто чтобы она проскочит там в ферзь. Но это все теоретически, практически это сделать довольно сложно. То есть план белых где-то начать отвлекать на одном фланге, а потом попробовать забрать пешку h5 или пешку h протолкнуть. Но мы хорошо поанализировали, главное, как концептуально поняли позицию, что добиться, план есть у белых. Примерно как в Берлине. Есть план, все хорошо, но по темпам не успел. То есть вот этот нюанс, что его провести просто не получается. Если черные очень тонко, точно играют, а от всего защищаются, то, и мне кажется, там... Ну, был только один момент, где Каспаров мог посильнее сыграть, больше проблем поставить. И вот здесь. Здесь, да, это было? Да, я бы хотел, кстати, отметить, вот я посмотрел видео с этого матча, благодаря вот французской телекомпании, которая вела прямую трансляцию, там не все партии есть, но вообще это удивительно, вот за 15 сыгранных партий мне не удалось найти ни единого момента, кроме в конце 15-й партии, которую мы сегодня увидим, где бы ты, Володь, проявил хоть какие-то вообще... хоть намек на какие-то эмоции. Поэтому мы показываем видео с Гарри Кимовичем не потому, что мы хотим посмеяться, как он над его эмоциями, а у нас просто нет другого выхода. Как бы. То есть ты как немножко вот весь матч как-то как стрела был так вот, очень настроен на ровную такую игру. Во-первых, я в принципе менее эмоционально, но за доской как-то никогда не... Во-вторых, у меня было меньше причин для этого. Ну, просто, да, то есть у меня все-таки шло, но в принципе, может быть, если так внимательно посмотреть, были, наверное, какие-то моменты, где я был эмоционален, но так или иначе, да, Каспаров всегда достаточно эмоциональный, ну, более, так сказать, темпераментный человек, да, по натуре, и у него все-таки реально было достаточно причин для этого, да, то есть, поэтому... Я бы хотел, чтобы вот мы сейчас... Каспаров, да, извини, да. Володь, я бы хотел, чтобы мы посмотрели видео, потому что в этой позиции, ну, после партии, после матча и после 15-й партии Каспаров говорил, что здесь ходом ладья 1 он получал чуть ли не решающий перевес. Вот давайте посмотрим, как Каспаров обдумывал ход c4. Я не очень вот этих эмоций понимаю, то есть у него позиция-то, ну, скажем так, перспективная достаточно. А тем не менее, вот мы видим то, что мы видим. Я подозреваю, он, может быть, не может вспомнить точно. Я думаю, что у него это все было проанализировано, но он не мог точно вспомнить. Incroyable, Каспаров, qui revoit sa copie. Il est en train de dire, mais qu'est-ce que c'est? На самом деле, вот это, да, вот это видео, вот это вообще видео вот. С последних партий оно, конечно, показывает, ну, во-первых, гигантское напряжение, которое было, это прям чувствуется. То есть какой вот уже, какой апогей напряжения в матче и как тяжело уже было Гарри Кимовичу играть на самом деле. Это видно, что он уже прямо находил какие-то, ну, изыскивал самые последние ресурсы, наверное, как в матче с Карповым там в 1984 году, то есть когда и проигрывать уже, я вот не знаю, вы вот так вот описали, что он... как-то легко играл, вот на видео это вообще не подтверждается. То есть мне кажется, что ему с каждой партии становилось все тяжелее и тяжелее, по ощущениям. Ну, психологически тяжелее, психологически, но он, по крайней мере, я думаю, что как бы в некотором плане поставил крест на матче. То есть, но он понимает, что, ну, скорее всего, он проиграет, да, и уже как-то чисто по шахмату раскрепостился. Ну, знаешь, вот терять нечего, да, уже рубаху рванул и пошел вперед, да, то есть в этом плане. А по шахмату понятно, что тяжелее, усталость наступает, и я не знаю, с чем связано. Это мы, кстати, увидим и в следующей партии тоже, то есть он как-то без причины вдруг начинал как-то вот очень дискомфортно себя чувствовать, что-то ему не нравилось, хотя непонятно почему, позиции были хорошие, в общем-то, то есть, наверное... Ну вот, да, все-таки очень переживал, видимо, где-то, можно сказать, какой-то надлом произошел определенный, да, психологический, да, то есть все-таки он уже как-то не верил, то есть трудно сказать, да, ну понятно, что он не в идеальном состоянии психологическом, но при этом он настолько, конечно, великий шахматист, что может очень сильно играть и не находясь в в идеальном психологическом состоянии. То есть, в принципе, при этом показывать очень высокого уровня игру. Но это да, это правда. Странно, немножко странно, не знаю почему. Я думаю, что связано с тем, что он не помнил точно, а в этой позиции, видимо, я думаю, что у него были очень хорошие анализы, он не мог вспомнить точно порядка ходов. И, видимо, он просто не вспомнил ладья А1, но на самом деле, конечно, никакого выигрыша там не было. Там не было никакого выигрыша, и я потом это указал, тоже там большой анализ где-то в журнале привел. Нет, мы ладья А1 анализировали тоже, и, конечно, он ставил больше проблем ход, но я считаю, что все-таки она объективно, позиция черная держит эту позицию. И, кстати, сейчас на нее, ну, после этого белые на нее не идут, считают, что тут недостаточно для выигрыша. То есть я думаю, что здесь Каспаров ошибся в оценке этой позиции. Как бы он ее переоценил, во-первых, я думаю, в данном случае. Ну, сыграл он не ладья 1, а c4, да. c4, да. Ну, там какой-то смысл был тоже в этом ходе, я уже не помню точно какой. Но, в принципе, и дальше там как-то аккуратно. Какой-то, нет, там был смысл, да, в ходе c4. Он выглядит странно, но осмысленный ход. Я помню потом, ну, тонкая позиция, на самом деле, ее не так просто понять. Там, да, хитрости много, да, но где-то он все равно слоне e5, я же хочу пойти, он где-то заранее c4 пешку из-под боя вводит. Ну, так или иначе, вот что там дальше было, надо сказать, что ладья d2, потому что ему надо ладью перевести. Да, но все равно опасно, но перевод слона и как-то там, да, он хочет теперь ладья a5, да, куда-то. Хочет ладью через восьмую перевести, а8, h8, все-таки за пешкой зайти, h5, да. Но у меня есть ресурс, кажется, c5, да, тут, по-моему, я сыграл. Да, c5, это очень важный ресурс. То есть он хочет как-то прорваться туда ладьей, учитывая, что я слона увел, да, с b7, я поле a8 уже не защищено. Но я по темпам успеваю c5 и f5, и он не успевает прорваться туда. Король e3, шах. Король d3, f5, то есть тут, конечно, посчитать надо было варианты, потому что f5, b4, конечно, принципиальный ход, то есть пешка начинает бежать. То есть счет, ну, должен быть какой-то, ну, тут точный счет, по-моему, я забрал и f5 еще раз, да, кажется? Да, потому что на fe, если вместо король b3-4 fe, по-моему, fe, да, вот тут, по-моему, тут f5 сильный ход, кажется. И я успеваю как-то зацепить, и вот там как-то темп в темп успевает черная создать достаточно контр-игры для ничьей. Поменять пеш. Все-таки слоны, позиция открывается, слоны очень сильные, да. Но он пошел король бьет Е4 вместо этого. Ну, по крайней мере, я точно вариант возьму. Помню, что реального усиления здесь уже не было у белых. То есть все у черных аккуратно. Считал я в этом матче достаточно хорошо, если это не был седьмой час. И все как бы аккуратно высчитывал. Здесь точно высчитывается ничья, и я ее сделал. Слон бьет h4. Хотя до конца какие-то опасности были. c6, теперь вот таким образом пешку h5 он забирает. Или хочет забрать. Но я вот уже сейчас у него на данный момент 3 пешки. Да, но я ее забираю, и уже материала не остается. То есть, по сути, в итоге довольно форсированно возникает эндшпиль, ну, ладья против слона, да, то есть слон c5, и все. Тут уже видно, что черные не проиграют. f6 еще последний аккуратный ход, что белые там g5, f4, f5 не надвинули. И ресурсов у белых не осталось здесь игры на выигрыш. Как-то ладья h2, но это уже такое, да, какой-то последний шансок маленький, да. Ну, я в итоге... На ничью согласились, ну, слона я одного из слонов отдам, если захочу, да, за пешку же, и уж как-нибудь там. Давайте посмотрим, как заканчивалась эта партия. Гарри Кимович был очень разочарован исходом этой партии. На пресс-конференции, кстати, после 15-й партии он сказал, что у него был форсированный исход. Ну да, на расстройство, то есть как бы он расстроился, да, то есть он... Ну, по его записям форсированный выигрыш, но на самом деле он где-то недооценил ресурсы оборонительные черных, я думаю. Ну, конечно, очень важная партия. В том плане очень важная, что удалось закрепить преимущество. То есть ему не удалось тут же отыграться, да. И да, то есть я как бы... Теперь предстояла партия белыми, но я не знал, что будет очень тяжелая партия ожидает меня. 12. Да. Давайте посмотрим. А 12 этого я не знал. Так, а что-то у меня тут не работает. Володь, а странный вопрос. Ага. А почему ты в этот момент не переключил как бы нас и себя на нормальный матчевый расклад, доезд спокойный, без +3, там, вот просто спокойно белыми выйти, хочешь сделать ничью, ничья, пошел отдыхать. Почему ты ставил несколько раз на попа, две партии поставил в 12-ю и 4-ю? В чем смысл был гениальный? Я не хотел вот так выходить и прям вот делать ничью, прям сразу так вот цинично играть на ничью. А почему? Тебе что надо было, как бы выиграть матч или утвердиться в качестве боевого шахматиста? Что ты хотел? Да я не знаю. Просто вообще-то учили же всегда, да, что не играть на ничью, да, когда тебе нужна ничья, не пытаться ее сделать с самого начала. Во-первых, еще партий довольно много все-таки, да. Во-вторых, я могу и выиграть партию, и вообще тогда все закончится, по сути. Не знаю, просто решил, что буду так и буду просто играть нормально, спокойно и не... как будто счет 0-0, да, как будто равный счет. То есть, вообще-то, как-то, не знаю, трудно сказать. Перестроиться, может быть, трудно было, да. То есть, я боялся, может быть, того, что если я начну зажиматься сразу вот совсем, то есть, где-то внутри психологически, наверное, какой-то зажим уже произошел. А вот если я еще начну это на доске показывать, да, то все-таки еще 12, 13, 16, еще 5 партий играть, да. То есть как-то рановато вот так совсем зажиматься. Всегда можно проиграть черными, а там, глядишь, всего 1 очко разница, а ты уже перешел вот в этот режим, уже, что называется, встать в углу, закрыть лицо руками. И не знаю, я вот так решил. Но в итоге получилось правильно, хотя, конечно, это так не казалось в какой-то момент по ходу 12-й партии, прямо скажем. Потому что я ее играл как-то очень агрессивно. Позиция такая возникла, да, слон d3. То есть я уже не помню, что я там подготовил на ту же систему, если бы Каспаров повторил систему, которую он сыграл. Ничего особенного. То есть как бы какая-то маленькая проверочка была. То есть никаких больших идей там не было, потому что их просто нет в принципе. Но Каспаров поменял систему, сыграл почему-то, я не знаю почему, потому что проблем объективных там не было в той партии. Но, видимо, настолько был тяжелый удар, настолько были неприятные вообще ощущения от этой партии, что он просто не хотел уже этот же вариант повторять просто. Да, он сыграл другой вариант, рокировка ДЦ, слон c4, вот как было, и конь bd7. Тоже он популярный на тот момент был. У меня есть версия. Ага. У меня есть версия, почему. Потому что он видел, что наша бригада... Мигель, Жоэль и я, мы переигрываем бригаду Юры Дохояна. И он просто очень боялся даже не столько, сколько тебя за доской, а что все-таки Жоэль придумает что-то и покажет тебе, и дальше ты уже по накатанной там доведешь до конца. Может быть, потому что я не исключаю, что он считал, что я практически по анализу выиграл 10-ю партию, да, что вот это вы все там до хода конь d8 и ферзь e7, все стояло на доске, и, видимо, в такой панике был, что решил сыграть вариант менее форсированный, он все-таки такой более игровой. Но тут... Они уже так выигрывали с партии. Говорят, что он и по себе, в том числе, судит, что он нередко так выигрывал партии по подготовке. Может быть, он считал, что я просто по подготовке выиграл. То есть, да. Но, тем не менее, здесь тоже ждала хорошая, на самом деле, новинка. Может быть, не блестяще проанализированная кое-кем, да, но новинка хорошая, по-моему. А BC, ферзь c7. Кстати, странный выбор Каспарова. Есть более сложные варианты в Немцовиче. Здесь-то белые, если хотят сделать ничью, да не как угодно ее делают. То есть, в принципе, вариант не на выигрыш совершенно. То есть я просто играл, как бы принципиально на перевес играл, но ничью-то здесь белые как угодно могут сделать. Но вот слон Е2, по-моему, Женя, ты, по-моему, придумал эту идею. Да, и это интересно, жертва пешки такая за инициативу. Но инициатива хорошая. Ферзь бьет c3, конь d5 еще есть ход, но ферзь бьет c3, там после конь d5, наверное, черный тоже уравнивает, но не так все просто. После ферзь бьет c3, слон на 3 было сыграно. Ну, на самом деле у белых перспективная очень позиция здесь. Это даже видно, даже, в принципе, невооруженным взглядом, что позиция перспективная. Но как-то, ну, это был один из возможных вариантов, да, которые могут черные сыграть. И так он был посмотрен, потому что внешне видно, что у белых хорошая компенсация за пешку. Ну, чуть-чуть что-то было там прикинуто. Но на самом деле все не так просто. Блестящий Каспаров играл эту партию до какого-то момента, просто блестящий. Я абсолютно феноменально играл. То есть, ну, видимо, много сил на это потратил, потому что вот эти ферзь b4, конь d5, блестящий ход. И дальше он здорово просто играл. Ферзь b1. По-моему, вот это как раз был анализ, то, что Женя как раз мне и советовал. Компьютеры сейчас вот b5 уже играют там, ну, шансами на перевес. Но так нельзя сказать, что четкий перевес. То есть Каспаров на самом деле играл вот как сейчас компьютеры играют. Я посмотрел компьютерные партии последние, и вот именно так компьютеры играют, как он играл. То есть, да, b5 было, может, поинтереснее, но ферзь b1 тоже неплохой ход. Ферзь b1, то есть я хочу ладья c1, ну, вид так вот на глаз кажется, что, ну, белых мощная инициатива за пешку, и, ну, уж точно хуже они не рискуют получить ни в один момент. Но вот оказалось все не так просто. Ферзь b1, ферзь f6, слон d3, тоже логично, да, h6, b5, ладья d8. На самом деле, вот в основном партии, несколько партий компьютеров было, вот они тоже доходили до этой позиции после конь d5. И, как ни странно, статистика была нормальная у черных. То есть, на самом деле, черных здесь не хуже, видимо, объективно. Хотя кажется, что у белых очень сильная инициатива, слон на c8 закрыт. И вот я пал жертвой этой иллюзии, да, что здесь, ну вот, как бы мне позиция и нравилась, я вообще люблю двух слонов, инициативу. И как бы я начал играть очень агрессивно, но с другой стороны, тут надо, то есть как-то очень странно, на самом деле, видимо, лучше, да, слон b2, логично, ферзь e7, и здесь вообще-то надо белыми уже довольно быстро, что называется, соскакивать, то есть на самом деле белые, в общем-то, уже стоят не лучше точно, оказывается, а даже в перспективе, может быть, и похуже, то есть там как-то компьютер начинает уже панически как-то здесь отскакивать белыми, ходить ладья c1, как-то, да, там, как-то конь c5, ну, как-то слон a3, пытаться отбить эту пешку и может быть, там, потихонечку как-то сделать ничью, ну, что-то такого типа. Но это, ну, как-то странно, не выглядит, да, странно. Я разыграл дебют так остро, пожертвовал пешку, инициатива интересная, и как-то сразу в отбой начинается игра. Поэтому я долго очень думал, очень много времени здесь тратил тоже, потому что понимал, что все-таки пешка есть пешка, но сделал логичный ход, и он как бы эстетически красивый. Поэтому мне трудно, ладья А4, да, ладья вот так переходит на королевский фланг, и так вот на вид кажется, что очень сильная инициатива у белых. Да, вот нет? Как вот ощущение, Жоэль, вот, какое у тебя ощущение от позиции? Ну, на самом деле, я понимаю, да, что очень всегда хочется, вот, ну, как бы, ну, чтобы красиво было все, да. Чем-то напоминает мне эта позиция, ну, что-то из Грюнфельда, там, с ладья b1, когда там тоже жертвуешь, что там как-то все линии открываются. Но я так понимаю, что в наше время это уже как-то, не знаю, как-то старомодно, что ли. Уже так никто не мыслит, мне кажется. Да, я думаю, тогда еще мыслили. Тогда еще мыслили такими категориями, а все-таки вот гармония некая в шахматах, да, вот я не знаю, она, наверное, уже сейчас это не является важным компонентом, но все-таки наше поколение, оно как-то вот, я не знаю, уважает гармонию, да, вот очень гармонично, ладья перешла на g4, куда-то h4, ферзь при случае на a1 подходит, у белых так все стреляет на короля и очень так красиво, все гармонично, да, так. Вот как в книжках, да, пишут, вот сейчас вот ладья перешла, еще подключилась к атаке, и вот матовая атака потом начнется. Но я, конечно, считал, я ее не видел, матовой атаки, но казалось, что интуитивно, что все должно быть правильно сделано, да, белые ничего плохого не сделали пока еще. Ладья h4 и f6 черным приходится играть. Я недооценил, скажу честно, издалека недооценил это. Я как-то думал, что конь f6 какие-то, да, надо будет делать ходы черным. f6 как-то настолько ослабляет комплекс полей, и тут очень много тактики начинается. То есть белые где-то тут даже вот какие-то удары есть, там типа конь на конь f6, там конь e5, конь бьет h7, ладья бит h6 какие-то. То есть тут очень опасная атака, да, вот, например, там как-то ладья бит h6, там как бы мат не, да, не зашел тут. То есть очень так все, но вот f6 я, конечно, видел, уже когда ладью перевел, я понимал, что f6 последует. Но мне казалось, сейчас уберу ладью и конь h4, конь g6, там, да, вот эти поля. И как-то, но тут начал присматриваться и вот понял, что как-то начал чуть очень много времени тратил, потому что казалось, что то ли играть на атаку, да, то ли атаковать, то ли отбой трубить, да. Атаку вроде логично, но не видел как. Отбой трубить не хотелось, и вот очень... Ферзь g6, например, здесь был интересный ход. Вот я долго считал ход ферзь g6 здесь. Ну, логично, да, хочется наброситься. С угрозой, наверное, конь g5 такой. Такой красивой угрозой конь g5. Ну, конь g5, да. Да, вот, например, ну, вот если сделать ход а6, да, какой-то там, допустим. Если а6, конь g5. Так. И теперь на g... На g, наверное, ну, если он g8, еще король g8, ну, наверное, может, я могу отойти просто ладью, да? Или как-то ферзь h5, может быть, замотую, да? Ферзь h5, наверное, замотую. И на gh, слон g6 шах, ферзь h7 шах, ферзь h8 мат. Да, например, да? А на f же, ну, там, ладья бит h6 тоже на ромат поставлю. Да, то есть, как бы вот, или там, ферзь бит h6, наверное, замотую. Ферзем на h6, да, если взять. Здесь? Или нет? Ну, или ладьей, да. Ну, потому что связана пешка, он пешку-то не может брать. Ну, или ладьей. Ну, в общем, наверное, мат какой-то. Но ферзь g6, конечно, все красиво, но ферзь g6, слон d7 есть ход, да. То есть так все на грани, кажется, не исключено. Ну, бывает такое, что здесь просто мат ставится, но не в этот раз. И конь e5, я вот это считал. Конь e5 теперь такой удар. Красиво очень. Потому что, например, на слон Е8 может быть плохо слон Е8 теперь. Потому что ладья бьет H6 следует. Господи. Ну, хотелось же так и матч закончить, да? Красиво. Ну, это было бы слишком. Закончить как-то вот так эффектно. На GH ферзь G8 мат, на слон бьет G6, конь бьет G6 мат, а на FE... FE логично здесь пойти. Нет, FE забрать. Да, тут ферзь G3. Ферзь G3 на FE. Брать ладью нельзя, и похоже, что тут плохо у черных просто. Потом с конь f6 какой-то ход, слон бьет e5 на конь f6, тоже очень так красиво. Конь f6 здесь, и слон бьет e5 еще добавляю. Потому что на gh ферзь g8 мат, конь связан, да, это красиво, да? А на конь бьет h7, если конь бьет h7 сыграть, то, наверное, я просто там ферзь h3 как-то подхожу, да, и там просто слон g6, ладья бьет g6, на g7 висит, ну и какая-то матовая атака просто идет. То есть вот такие варианты, но, к сожалению, конь e5 fe, к сожалению, не проходило, да, то есть 22-й конь e5. То есть я, конечно, хотелось так вот, да, вроде, ну, вся, нет, после, вот в этом варианте ферзь g6, нет, раньше, когда я сыграл вместо ладья h4, да, вот здесь ферзь g6, слон d7, конь e5, нет, слон d7, да, здесь, слон d7 надо ходить, конь e5, да, и вот теперь именно fe, слон бьет e5, может быть, вот это я зернул, да, слон бьет e5, и конь d3 находится ход. Потому что иначе, если это не это конь d3, может, это было просто блестящим выигрышем партии. Да? Конь d3 очень, очень тяжелый ресурс, очень сложно издалека это как бы увидеть и поверить, что это не мат, но на самом деле похоже, что черный выиграет без конь d3. Чуть-чуть я не успеваю поставить мат, потому что на ладья бьет h6, как-то конь бьет e5, и ничего нет. Не удается скрытый шах именно, да, дать. А на слона 1 после конь d3... Слона, конь d3, слона 1, чтобы слона убить. На ферзь бьет d3 уже ферзь бьет h4, да, он уже ладью может взять, потому что мат на g7 не висит. Это очень важно. Теперь он уже берет ладью просто. А на слона 1 e5 он еще перекрывает диагональ, и все, и вся атака закончилась. Просто выигрывает черный. Ну, то есть, вот как бы, не то, чтобы я не логично, то есть, вот чуть-чуть, и была бы, может, вечно зеленая, да, партия. И, но не получается, поэтому после долгих раздумий я как-то отбой начал трубить. Ладья c4 сыграл. Ну, как отбой? Мне все равно казалось, что, ну, компенсация должна быть на ничью, тем более я все-таки все время конь h4 пограживаю. Честно, я был удивлен, что уже в общем, какие-то проблемы у белых, что белые уже за равенство борются. Мне казалось, все равно хуже не должно быть, так, на вид. А оказалось, что есть проблемы. То есть слон d7 было сыграно. Да, и тут как-то... Ну, я считал, что конь h4 все-таки какая-то угроза. Оказалось, что не особо-то угроза. Конь h4, слон e8. И ничего там особенного не грозит. Поле прикрыто. Да, да, прикрыто поле, и, ну, да, то есть я поэтому слон А3 сыграл. Тут я уже, конечно, начал трубить отбой, я уже понимал, что атака не удалась, но Б6, ну и времени уже было довольно мало в этот момент, я очень много времени потратил на попытки замотовать. И сделал ход слон Е4, конечно, самый логичный, но убрать слона надо оттуда, да, и где-то, чтобы конь H4 ходить, конечно, это очень логично, на Е4 сильнее было слон Д3 пойти. Сильнее было пойти слон d3, после чего у белых похуже, но близко к ничьей. Ладья c8, ладья fc1. Ну, то есть слона потом убрал на f1. И, ну, так, как бы такая компенсация за пешку в плане того, что ничью должен сделать. Но я сыграл слон e4, это, кажется, намного активней ход, да, слон e4. Потому что я, в принципе, что я хочу? Я хочу забрать на d5, ед, убрать ладью и коня на d4 поставить. То есть просто позиционную компенсацию получить. Конь d4 хочу. То есть, но пропустил, недооценил, не знаю, пропустил очень сильный ход а6. Потому что если не а6, так вообще все хорошо. Дело в том, что я как-то считал, что эту пешку b5 черные будут пытаться забрать. Да, не менять, а забрать. Как где-то ферзь e8, там, напасть на нее и забрать. А оказалось, то есть... Казалось, что здесь просто по темпам, ну, после вот, да, скажем, ферзь e8, если, ну да, там я просто, да, вот а6, просто получается, что я не удерживаю двух слонов после а6. Просто вот у меня выпал этот ход из поля зрения. А6, ну, на ферзь e8 я могу взять на c5, взять на d5, да, потому что, ну, я считал, что если а6 ба, то я, в принципе, не рискую особо ничем. Но оказалось, что здесь просто я слона не удерживаю. После а6 у белых просто хуже, да, ба, ладья а6. И я не успеваю удержать слона здесь, потому что, ну, одного из слонов приходится менять, потому что, например, ферзь b2, если я хожу здесь, то очень сильный ход ферзь e8, тоже очень, очень тактически все, ферзь e8, иначе, конечно, ферзь b2 все было бы неплохо. После ферзь e8 проблема в том, что на слон бьет c5, слон b5 есть ход. То есть вот все на тактике держится, да, на слон b5 и... Тут не удается белым ничего. То есть тактически приходится отдавать слон c5, bc, отдавать слона, ну и по сути просто без пешки. Хотя, конечно, выиграть сложно черными, то есть ладья fc1. У меня все-таки более активные фигуры, получше король, то есть как я сыграл ладья fc1. Приходится еще какой-то ладья a5 ставить. Но, тем не менее, я не могу ничего из этого такого использовать, все-таки это каким-то образом, а черная потихоньку раскручивается, ну и пешка есть пешка. То есть реализовать ее сложно, плюс у меня уже действительно здесь оставалось 26-й ход, я думаю, у меня максимум минут 10 оставалось. Да, да, где-то так. Каспарова намного больше. У Каспарова намного больше было в этот момент. И конь h4 ничего особенного не дает, черные всегда слон e8 ходят. А даже иногда они могут пойти ферзь d6, просто убрать ферзя. И оказывается, что конь g6 немножко в пустоту удар, конь g8. Ну, не знаю, здесь такая уже началась ферзь b2, вроде ход достаточно логичный. Ладья b5, ферзь a3. Я хочу как-то на ладья b5, ферзь a3 пойти, да, чтобы пешку, чтобы как-то его немножко вот ограничить и связать вот защитой пешки c5. В принципе, честно говоря, здесь я уже хочу в первую очередь доползти до контроля, как бы, да, и уже понятно, что придется защищаться долго и нудно, что называется. То есть уже все понятно стало, что черные уже лучше стоят. Да, конь b6, хитрая такая ловушка, хитрая. Ну, правда, хитрая как? Не такая уж хитрая, потому что понятно, что просто так пешку c5 бы не отдал, конечно, Каспаров. Конь b6, не обязательно, можно было и ладья c8 пойти, но конь b6, да, идея в том, что теперь на ладья бьет c5, ладья c5 просто проигрывает, из-за ладья бьет c5, теперь ферзем нельзя брать из-за хода ферзь ладья c8, да, и после ферзь бьет e7 или ферзь бьет b6 мат получают, да, теряют, здесь проигрываю сразу, а на взятие ладьей, да, здесь ладья бьет c1 и мат. А на взятие ладьей на c5 слон c6 такой удар. Удар ниже пояса. Такой. Слон c6 здесь. А, мат грозит. Красиво, да? Конечно. Да, грозит мат. И на слон c2 так-то все бы ничего. Слон c2 есть ход. И тут ладья a8 находится. Теперь и белые проигрывают. На ферзь c3, ферзь бьет c5, отвлечение и мат. И мат идет. Бум. Ферзь бьет c5 и мат по первой, да. Или же ферзь d3. Ну, там тоже проигрываю. Ладья один шах. Слон b1. Ладья бьет b1. И ферзь бьет c5. Ну, теряю фигуру. Угу. Но это я увидел. Это я увидел. Я пошел ладья c3. 29-м ходом. Ладья c3, ладья b4. Ну, очень сильно Каспаров играл эту партию, надо сказать, что очень сильно. То есть где-то, может, чуть повезло, что ему удалось вот так раскрутиться, потому что все на темпах, все вот срасталось, но с другой стороны, как говорят, везет сильнейшему, да, то есть, ну, он действительно все здорово считал в этот день, был очень собран, заряжен и как бы прошел через опасную позицию, но не видно, что я мог сделать объективно. Да, и вот конь d2 пошел, и вот тут начал, вот тут было, тут интересный был момент, надо и видео интересно будет посмотреть. Тут почему-то Каспаров начал, у меня в этот момент было, по-моему, минуты 3 оставалось, 3 с половиной, да. Может быть, на 10 ходов без добавления, да, мы же играли без добавления. Да. У Каспарова было минут 7. Ну, в принципе, лишняя пешка у черных, да, то есть, ну, конечно, еще до выигрыша далеко, еще реализовывать ее, но все-таки пешка. И тут почему-то Каспаров начал качать головой, вот то же самое, что в прошлой партии. Но, видите, я не знаю, в чем была причина, что произошло такого, да, то есть, может быть, он как-то считал, что он хотел как-то выиграть побыстрее, более форсированно, не видел этого выигрыша форсированно, но с другой стороны пешка-то все равно есть. Самое простое было, конечно, пойти ладья c8 здесь. Ну, на самом деле, тут масса ходов, которые... Ферзь d6 тоже был неплохой ход, ладья c8. Ну, то есть позиция сохраняется лишняя пешка. Ну, еще вы... Ну, то есть, скажем, шансы на выигрыш, наверное, побольше у черных, чем у белых шансов на ничью. Но, конечно, скорее всего, во-первых, до контроля я дотяну какими-то такими ходами на месте. Ну и буду защищать еще там, не знаю, 100 ходов, тяжелую позицию. Ну, в принципе, защищал уже в этом матче. То есть, ну, так или иначе, почему-то Каспаров начал как-то очень нервно здесь играть. Я подозреваю, что, может быть, вот такое дикое напряжение, очень большая работа счетная была в этой партии, и, возможно, да, вот этот момент. Это момент, я не знаю, почему он... Да, у него, ну, сейчас мы увидим сейчас и показания часов, и все, и видно, что да, вот, напряжение начало сказываться. Да. Мне кажется, что он просто вот начал выпадать, да, вот он почувствовал, наверное, что он поплыл, что называется, да, вот как-то перегорели лампочки, да, в этот момент. А не, это уже позже, это уже было позже. Но это через это ход, после да. Хода f5. Да. Да, это через ход, уже было меньше времени. И вот тут интересно, он сыграл f5, да? Да. Да, и вот видно, что он по-прежнему может пойти ладья c8, просто защитить пешку и с лишней пешкой играть, да? И вот видно, что, мне кажется, он в этот момент просто, вот что называется, поплыл. Он не может посчитать варианты. Он вдруг бросает взгляд на часы, видит, что осталось 1,5 минуты, а не может ход сделать, да, то есть вот просто, видимо, какая-то, да, вот сейчас будет интересно, я смотрел тоже этот момент, вот он что-то считает, видимо, не может посчитать, до конца ничего не получается, ну, хотя всегда можно пойти просто защитить пешку, да, и в какой-то он бросает взгляд на часы, и вот он просто, паника начинается, да, потому что у него 1,5 минуты на 10 ходов без добавления. И я думаю, что это не было зевком коня 4. Я думаю, что он сознательно уже просто ничью сделал здесь. В принципе, ладья c8 по-прежнему у него лишняя пешка. Да, я думаю, что просто вот он просто уже не выдержал этого напряжения. То есть, ну, опять же, да, шансы на выигрыш серьезно, но надо было за 1,5 минуты сделать еще 10 ходов ему, да, или 9. А все-таки позиция достаточно тактическая, то есть, может быть, он просто уже понял, что он поплыл, что называется, да, не выдерживает этого напряжения и просто боялся, ну, зевнуть что-то в цейтноте, да, просто зевнуть элементарно. И поэтому коня 4, потому что я почему, ну, все считали, что это зевок, и я сам так считал. Но я потом посмотрел на это видео и увидел, что после ладья b5 он очень быстро отреагировал. Он сыграл ладья b2 там и согласился на ничью. То есть я не уверен, что он зевнул ладья bc5. Да, то есть ладья b2, и все считали, что он зевнул конь c4 ход. Вот в этой позиции. Да, вот такой не. Потому что это единственный ход, иначе действительно проигрывает. После конь c4 получается, что я защищаю своего ферзя. И, ну, как бы ладья уже может отойти, если он отходит ладьей. Да, на ладья бьет f2, если он пытается ладья бьет f2 сыграть, да, вот такой ход, чтобы хотя бы пешку прихватить, то я подозреваю, что я могу ему ладья c8 нанести такой вот неожиданный удар. На ферзь a3. Ладья c8, на ферзь бьет a3, ладья бьет d8 шах, и потом взял на a3. Потом взял сюда. Да, а если ферзь отходит, то я беру на d8, беру на f2. Да, то есть, ну, куда но я не уверен, что вообще было зевнуто, да? Ну, например, на ферзь там куда-либо, ферзь f6. Например, нет? Да, неважно, куда, ладья бьет d8 шах и просто король бьет f2, да, забираю ладью. И получается, что после конь c4, ну, приходится просто бить на c5, то есть получается черные просто отдали пешку, да, лишнюю, ферзь c5, размен и конь бьет b2. Ну, то есть после он сыграл ферзь c5 и ничью предложил, просто, ну, здесь ничейная позиция просто совсем, да. Ну, да. И вот такая странная партия, да, по-моему, блестяще играл Каспаров до вот этого момента, до 30-го хода, когда вдруг он просто вот, видимо, перегорели лампочки просто в этот момент. То есть e f5 уже ход неудачный, а вот ход коня 4, вот объяснить, почему он тут просто не сделал ход ладья c8 спокойный, например, да, это объяснить уже какими-то логическими причинами трудно. Думаю, что вот этот груз неудачного течения матча, видимо, где-то здесь сказался. Ну, правда, не факт совершенно, что он бы выиграл эту позицию, потому что, например, белые могут пойти h3 пока, скажем, и выиграть-то не просто черными, потому что все-таки у них король так чуть-чуть послабее, и пешка c не идет никуда, у меня фигуры довольно хорошо стоят, то есть, ну, выиграть и выигрывать еще. Компьютер ее оценивает, ну, где-то там плюс 0,9 черным дает, ну, единицу, но это еще далеко не выигрыш, но, конечно, в любом случае не отдавать же пешку просто так, да, то есть... Вот такая была партия, опять отделался легким испугом. Ну, не очень легким, я бы сказал. Очень драматично. Ну, по результату в итоге легким. Но в какой-то момент этой партии я уже, честно говоря, так считал, что может это все закончиться и намного хуже, скажем так. А мне каково было, потому что я же послал там с подготовкой блестящей. Я уже думал, что... Придешь ты уже без ботинка, ботинок в руке будет с порога. Заходишь, а ботинок в руке держишь. Женя, а Володя ругался вообще? Сильно, вернее, ругал? Он, наверное, ругался. Но... Нет, по-моему, нет. Он вот так говорил. Ну вы чего? Ну, хоть немножко могли бы посмотреть? Ну хоть чуть-чуть, ребят. Ну, я же не много от вас не прошу. Ну, чуть-чуть-то вы поработайте. Ну, совсем уже вы. Ну, совсем. Ну, как так можно? Нет, но на самом деле тут немножко не повезло, потому что идея хорошая, то есть позиция перспективная. Я понял, это не был главным вариантом, да, то есть это все-таки было маловероятной системой. И я понимаю, что так, ну... Да, инициатива, и действительно внешне кажется очень хорошая инициатива, все правильно, но кто же мог подумать, что все так, что настолько все непросто в этой позиции, да, то есть очень глубоко надо в нее вникать, чтобы понять, что мало того, что она не такая понятная, то есть не такая большая у белых компенсация, как кажется, и более того, что на самом деле можно и хуже получить, то есть это не очевидно, ну, другое дело, что можно было подольше ее поанализировать, но так или иначе нельзя сказать, что это какая-то грубая ошибка там в анализе. Нет, ну вот как-то вот здесь не сложилось, да, вот не сложилось, потому что найдись там, вот, если бы оказалось, что вот ферзь g6, конь e5 матует, то просто тогда все правильно, идеальная идея, все правильно, компенсация, ладью перевел, замотовал. Ну вот бывает, что складывается, а бывает, что нет. Но это было, все сложилось, это было бы уже слишком, мне кажется. Жоэль, а вот ты не помнишь ощущение вот напряжение матча чувствует? Я понял, да. Напряжение матча с секундантами чувствуется? То есть как секундант вообще вот это все ощущает? Нет, на самом деле, как бы для секунданта самый тяжелый момент – это когда он понимает, что непосредственно от его работы может зависеть как бы исход партии, да, даже, может быть, и исход матча. У меня как раз был такой момент в предыдущей партии, потому что именно в 11-й, когда Володя пошел на этот, типа, там, Архангельск, да, вот этот вариант там, испанской партии, там, с двумя слонами там против ладьи, потому что этот дебют я анализировал много, и там Женя подключался время от времени, но в принципе, в большей степени я им занимался. И когда все-таки было принято решение его сыграть, то я понимал, что вот здесь там, ну, как бы, можно подвести товарища, да, если неправильно анализировать и так далее. Я хорошо помню, что когда шел на главную линию, и было понятно, что он будет проверять этот эндшпиль, да, и что придется, ну, увидеть, если все проанализировано, действительно держится или нет, то напряжение было настолько большое, что я тогда сказал: Жене, давай пойдем прогуляться, я тебя очень прошу, я не могу на это смотреть. Никакой тут дневной сон, там ничего такого, пошли гулять там по Лондону где-нибудь. Помнишь, да, Женя, вот это был единственный раз, когда мы вышли, да, по-моему, там, во время партии. Там вот тут пивная, у меня... пивная еще была. Да-да-да, нервы немножко, ну, как бы сдавали, потому, хотя со мной это не так часто бывает, надо сказать, но вот в этот день, да, это было очень тяжело, и огромное облегчение, когда мы вернулись с этой длинной прогулки, так долго я никогда не гулял, в общем, вернулись там через там, часа 3 или сколько там, и уже было совершенно ничейная позиция на доске, и, ну, все было спокойно. Поэтому, да, конечно, вот эта ответственность секунданта очень чувствует, когда, ну, непосредственно... В его варианте там все проверяется за доской. Неблагодарная работа. Я так понял. Нет, а хотите, я немножко физиологии подпущу. Но. Разницу между игрой и тренерством. Так. Или не надо? Надо. Физиология. Смотря какая. Когда играешь, то ты, ну, грубо говоря, с горшка не слезаешь. Все время тебе надо бегать на горшок. Я это спрашивал как раз у доктора. Я спрашивал, а что такое? Мне лечиться надо или что? Он мне вроде бы объяснил, что нет, это просто гормон отвечает за мозговую деятельность и типа за выделительную деятельность. Но один гормон. Типа, если ты не будешь бегать, ты плохо будешь соображать. То есть ты должен бегать. А когда ты работаешь тренером, то как бы ты сидишь, типа нервничаешь, но вот такой потребности, как во время партии захватывать клозет, у тебя нет. И таким образом вот я... все переживания в себя, да, как бы так? Ну, как бы тебя спросят, что это так трудно быть тренером? Да я вас умоляю. Вот играть это трудно, а тренером, ну, что там даже в туалет не бегаешь, а что тогда? Ага. А, я понял мысль, я мысль пытался понять, да, что как бы тебе кажется, что тренером гораздо легче, чем играть, да? Ну, вообще сравнивать нельзя. Вот я к тому, что это тест. Это тест на то, что работа тренера это сложно или нет, и почему. Тебя спросят, а почему нет? Вот я скажу почему, вот потому. Понятно. Нет, ну, не все в жизни измеряется количеством горшков все-таки. Согласен. Твоя мысль тоже имеет право на существование. Давайте, я предлагаю посмотреть самую короткую партию. Не знаю уж во всех ли матчах на первенстве мира, но уж в этом точно. Видимо, 12-я партия была большим... Дело в том, что да, он был большим ударом, плюс вот это как раз был этот спаренный день, когда мы играли в субботу, а в воскресенье уже вот была эта 13-я партия, и я думаю, что была, ну, полубессонная ночь, наверное, у Каспарова, да, после этого он, конечно, и вот на эту партию он вышел, судя по всему, совершенно разобранным, и я помню, что я это заметил, вот это я помню, я на него взглянул буквально в начале партии, и я увидел вот эти вот опухшие глаза, такие мешки под глазами. Я не могу сказать, что я был сверхсвежим, тоже для меня выдалась тяжелая партия, но я заметил, что вот он ужасно устал, выглядит ужасно уставшим. И поэтому мы разыграли, я теперь уже пошел снова в Берлин, потому что наверняка он еще очень много работал над тем вариантом, который я сыграл в предыдущей партии, чтобы что-то найти. Поэтому я сыграл снова Берлин. И вот в этой позиции вообще-то я не намечал играть, как я там сыграл. Король Е8, кажется. А6 я пошел, да. И как он сыграл тут Аштрипа. Да, вот он уже на то, что было в 9-й партии, я что-то там подготовил. А вот H3, это значит, что он хочет играть вот то, что он играл в самом начале, да? Угу. И я помню, что ввел в панику моих товарищей тем, что я посидел тут, подумал. Мы, конечно же, намечали слон d7 и анализировали, то есть то, что было в первой партии, да? Но я понял, что там очень все-таки прямая игра идет, что у меня вот возникло ощущение, посмотрев, почувствовав, что называется, соперника, что он сегодня не в состоянии выдержать какую-то длинную партию, да, что он хочет вот таким по заготовке ударом каким-то очень форсированным. То есть мне вот показалось, что он просто вот сегодня он играть не может, да, вот такое интуитивное ощущение просто, что у него нет сил сегодня просто совсем. И я сыграл король e8 за доской причем, то есть это самый худший вообще версия, потому что, ну, или уже король e8 вместо h6, или уже h6 вместо король e8, то есть сочетание этих ходов совсем неправильное, но я понимаю, что он его не анализировал, да, наверняка, потому что тут куча возможностей, но так черными играть довольно абсурдно, то есть зачем тогда А6, А6 вот не нужен в этой позиции. Но и я угадал, вот чисто интуитивно вообще я угадал, потому что тут Каспаров начал думать, потому что такой абсурд он как бы не анализировал, да, и... А думать он в этот день не мог, это было очевидно, и он что-то жуткое сотворил совершенно, то есть видно, что конь e4 ход концептуально неправильный, просто концептуально по многим причинам, потому что я уже сыграл h6, и главное, что этот конь, как бы ему часто надо через e2 на f4 переходить, да, потому что когда я играю в этой позиции h6, я часто хожу слон e6 потом. Это, в общем-то, сыграно только для того, имеет смысл, чтобы пойти слон e6, не было хода конь g5, да. А вот проблема хода слон e6 в этом варианте чаще всего заключается в том, что белые переходят конь e2 f4 и начинают его сбивать. Ну, или как-то, я просто покажу, может быть, не такая там последовательность, да, но просто вот показать примерно, идею. Да. То есть идея в том, что теперь ходить конь e4, на самом деле это давать мне легко именно тот план потенциальный, который я и хочу провести, он мне его сразу дает провести. То есть это, ну, самое слабое, что может быть. То есть дело не в том, что Каспаров не понимал, что, ну, просто вот он вот в этот день, видимо, все. Вот у него просто не осталось сил, да, и у него, ну, скорее всего, просто был совершенно вот голова, я сам знаю, тоже такое бывало, вот просто каша в голове, да, ты не можешь, надо думать за доской, то есть по разработке не выиграешь. Конечно, тут слон f4 сильнейший ход. Я сам так играл, по-моему, с Васей Иванчуком, как-то быстрые шахматы, там быстро, кстати, выиграл. Слон f4 здесь перевес дает, но так или иначе, да, он сыграл конь e4, неудачный ход крайне уже. То есть он концептуально просто неправильный в этой позиции, как я там сыграл. c5. c5 сразу, да, c5, он мне дает пойти c5, но при коне на c3... Тут, конечно, конь d5 всегда есть, да, то есть, а у меня расстановка, в принципе, c5, b6, слон e6, то есть, если я этого добиваюсь, то у черных шикарно просто, то есть, он мне дал, и тут еще, тут c3 ужасный, просто ужасный ход, то есть, надо уже, по крайней мере, играть как-то ладья d1, типа, да, ладья d1, чтобы не дать конь d4, и, скажем, b6 черная, наверное, ходит, b6, да, как-то, и конь c3 обратно, и коня на d5 куда-то забрасывать. Ну, там порядок у черных, похоже, да, я тоже это не анализировал, но за доской там, по-моему, тут слон b7 неплохой ход, и на конь b5, скажем, слон b7, да, конь b5, ладья d8, нет, слон b7 черными, да, конь b5 и ладья d8, жертва пешки, ну, а на конь бьет c7 шах, король e7. Но главное, я слона вывел, и там вроде бы все нормально, слон бьет f3, конь d4, вроде компьютер считает, что порядок у черных. Но так или иначе, как бы c3 ход это просто уже вот паника, да, то есть просто он уже, ну, c3, после c3 я просто выхожу b6, и в этой позиции, ну, черных уже просто, то есть c3 мало того, что темп отдает, так пешка в этих позициях на c2 намного лучше стоит, чем на c3, то есть ослабляет комплекс белых полей, и здесь где-то, по-моему, уже чуть ли не здесь он какой-то ход сделал, ничью предложил, или на ход позже. Ладья e1, да, слон e6, g4 он сыграл и предложил ничью. Ну, вообще-то, да, конь e7, конечно, черные отходят. То есть, конечно, если бы не было плюс 2, даже плюс 1 я бы отказался, вообще не думая. Ну, вообще без вариантов. То есть я считаю, что у черных объективно, во-первых, уже получше. То есть тут я с Женей полностью не соглашусь. Он в книге написал, что у белых там не хуже, даже, может, чуть получше. Не, ну, у черных просто получше здесь. И просто очень простая игра, легкая. То есть на самом деле ничего хорошего здесь у белых нет. Это причина не потому, что Каспаров не мог играть. Ну, скажем, это тоже очевидно по его ходам, но то, что он понимал, что у него уже просто похуже, и он, что у него хорошие шансы просто проиграть эту партию еще. Угу. И, честно, когда он мне предложил ничью, я даже с +2 и за там 4 партии до конца все равно думал, потому что ну, я видел, что он просто не в состоянии сегодня играть, и позиция у черных шикарная. Да? То есть дело в том, что, допустим, единственный какой-то разумный план у белых – это ходить конь h2, как-то f4, да, здесь продвигать. Скажем, конь h2 пойти в этой позиции. Но дело в том, что f4 я легко парирую. То есть, наверное, самая сильная король d7 пойти здесь. Короля веду на c6, и f4 просто g6. Там не, f4, g6 просто. Я стопорю эту игру, f5 никогда не проходит, и черные выходят потихонечку. Король c6, ладья d8, слон g7. Ну, скажем, белыми... дискомфортно очень играть, то есть стабильно получше у черных. Mm-hmm. Я чуть думал, но с другой стороны, ну как, тяжелейшая была партия 12-я, мне +2, там после этой партии остается 3 всего, и 2 из них белыми, +2, но как бы я не нашел в себе силы в такой ситуации отказаться, mm-hmm. в принципе, от ничьей. Но предложение было связано не с тем, что он там не мог, с тем, что просто позиция у него объективно была уже абсолютно не на выигрыш никак, и он понимал, что если не предложат ничью сейчас, через 5 ходов, может, уже поздно, я уже просто откажусь даже с +2. Угу. То есть он понимал, что ничего хорошего в его позиции нет. Да. Так что вот такая странная партия, больше связанная с психологией, с физиологией, если хотите, чем шахматами. Да, потому что, конечно, то есть что здесь, вот за эти 3 буквально своих хода Каспаров, очевидно, просто было, что он был не в состоянии в этот день играть в шахматы. То есть это говорит о том, ну, скажем, если подвести итог этой партии, насколько громадное напряжение вообще психологическое, физическое в матче на первенство мира, если такой боец, как Каспаров, в общем-то, настолько перенапрягся, перегорел вот в этой 12-й партии, что на следующий день просто не мог играть, по сути. Uh-huh. Да? То есть напряжение в разы выше, чем на турнирах обычных шахматных, да, и вот, да, так получилось, что, тем более уже близко к концу матча, еще накопились все негативные эмоции, переживания и напряжение накопилось, и вот такой вот выдал такую вот странную партию. Володя, ты помнишь, как ты себя чувствовал в эти дни вообще, как голова соображала, вот как, где ты свежесть, где силы искал? Ну, нет, нормально. В плане головы более-менее все было, просто нервное напряжение было большое. Конечно, какая-то усталость накопилась, но не могу сказать, что она была какая-то запредельная. Не, я был безумно как-то вот так энергетически силен в этот момент. Вот я чувствовал, у меня была энергия. Вообще говоря, я всегда за свою карьеру, я заметил под собой, то есть у меня вообще-то энергии, в плане запаса энергии не было никогда какого-то безумного такого каспаровского, да, вот такой вот. Но я очень выносливый. На самом деле я очень выносливый был энергетически. То есть, скажем, у меня, может быть, наступала какая-то стадия усталости в какой-то момент, но я держал ее очень долго. Да, то есть я мог играть очень долго на более-менее одном уровне. То есть не проседать вот совсем, да, чтобы вот совсем уже ничего не соображать. То есть даже когда усталость, поэтому у меня длинные турниры на самом деле нормально получались обычно. Я в конце длинных турниров, турниры претендентов я играл, я на самом деле в конце всегда в плюс набирал последних туров. Хотя был чаще всего был намного старше своих. То есть я, потому что когда все уставали уже, а я, в общем-то, уже с первого тура уставший, по сути. Но как бы я держал, то есть я ждал, пока все устанут, и вот тут-то как бы я знаю, что на фоне усталости у меня не так сильно падает уровень игры, а вот у многих падает сильно. И, соответственно, но тем не менее, все равно, конечно, было тяжеловато. То есть я просто помню эти ощущения, как я говорил в прошлом уже стриме, что ну, нервное напряжение было безумное. То есть просто вот я уже не знал, считал дни, когда это все закончится, честно говоря. Ну и, наверное, и Жоэль уже тоже считал дни, да? Может быть, даже уже часы. Ну, да, конечно, с каждой партией, в общем-то, жизнь налаживалась. В общем-то, мы понимали, что развязка близка. Вот. Но я вот заметил один момент, что Володя начал, наверное, обращать внимание на какие-то детали, на которых он, может, и не обращал раньше, да, вот ближе к концу матча, то есть некая такая, но беспокойность, там, помню, даже ты нанимал какого-то телохранителя, там, ну, то есть какой-то уже какие-то другие вещи начали как-то влиять на его настроение, вот, и это все как бы, ну, от того, что очень победа близка была, и очень как-то все очень... Ну, скажем так, телохранителя я нанимал не столько из-за этого, да, но, ну, это там получилось, история не так важна, да. Но, ну, понятно, что, конечно, напряжение было высокое достаточно, и, в общем-то, ну, это естественно, наверное, да, естественно, когда это близко, это впервые, да, ты играешь матч на первенство мира, ты близок к победе такой исторической над таким соперником, конечно, нервничаешь больше, чем обычно, это да. Ну хорошо, мы достаточно давно уже в эфире, я предлагаю к 14-й партии перейти, она, в общем, последний такой большой шанс Каспарова завязать борьбу. Все-таки оставалось еще 3 партии, хоть 2 из них черными, но понятно, что ты, наверное, понимал, что Каспаров придет на эту партию как на последний бой, да? Ну потому что 2 из 2 выиграть... Да, ну как бы, мне кажется, он уже внутри сдался, просто решил. Я, кажется, он правильный такой подход. Вот в этом он просто играть в шахматы, да, просто поиграть в шахматы. Вот, ну попробовать, вдруг случайно получится. То есть, вот он был спокойный, я обратил внимание в самом начале, он был спокойный, такой сконцентрированный, то есть, как бы, у меня не было ощущения, что у него глаза горят или как-то, да, то есть он как раз правильный настрой. Ну а что ты черными выйдешь, прям на выигрыш будешь играть? Я, честно говоря, ожидал каких-то G6, там D6 систем. И как раз, в принципе, намечал-то выиграть партию. Если там, да, что он начнет играть что-то такое совсем непотребное, что называется, какие-то линии, чтобы какую-то борьбу получить. И я, в принципе, был заряжен на то, что при случае выиграть эту партию и закончить матч прямо сегодня. Но он играл очень классически, подчеркнуто. В общем-то, я мог ничью, если хотел, опять же, сделать ничью, мог сделать ее с самого начала. То есть он как бы решил, что это его лучший шанс. Вот играть именно так. И, в принципе, он оказался прав. Но еще подготовка тоже оказалась не блестящей. Да. В этот раз Мигель чуть-чуть подсуропил. Помог. Как бы, помог. Не то чтобы сильно, но... Да, потому что я ему дал вот эту систему посмотреть, вот конь F3. Я решил конь F34 сыграть, вернуться к таким плотным дебютам. B6, вот, ну, вот, идем по партии. Да, вот есть такая система, двойное фианкетто. Каспаров ее очень любил, хорошо играл черными всегда. Да, значит, d4, cd, фер d4, d6, да, я много тоже белыми ее играл, и черными тоже, да, идем дальше, да, ладья d1, конь d7, ну, то есть, опять же, белые там на уравнении это не проблема сыграть на ничью, но я хотел все-таки подавить в этой партии, не так, чтобы ничью сделать, и не то, чтобы я не возражал против ничей в этой партии, ну что, она меня почти уже делает чемпионом, но хотел все-таки еще попробовать при случае на выигрыш поиграть. То есть все-таки заставить его позащищаться немножко. Но в итоге получилось все наоборот. Ладья c1, рокировка, как там было. Да, c1. Я помню, я Мигелю дал эту... как я там собирал тут? Да, рокировка, ферзь h4. Ферзь h4, это теоретическая позиция. А6 я помню дал Мигелю, ее немножко посмотреть, попробовать покрутить. Я до этого играл так с Полгар. b3 как-то, ладья c7 или ладья e8, какая-то теория. И вот Мигель придумал такую идею, там, конь e1 до b3 сыграть. Она немножко странная. Идея в том, что вообще в этой позиции задача белых, то есть поменять слонов и коня перевести на d5 через там g2, f4, d5. И, в принципе, какая-то была тонкость в этом порядке ходов, конь e1 до b3. Какая-то была своя тонкость, но как-то так почему-то оказалось, что после слон g2, конь g2, Каспаров подумал, сыграл ладья e8, и этот ход не смотрелся вообще. А на самом деле ход сильный оказался. Да, и тут я, в общем-то, начал думать, потому что задумка была, по-моему, что черные пойдут ферзь c7 вместо ладья e8. Это была задумка. И белые успевают пойти как-то конь f4, кажется, теперь. и обойтись без b3, скажем, на ферзь b7 конь d5 уже заскочить, и пешка на b2 остается. И тогда у белых очень комфортная позиция. Угу. То есть вот это была вся задумка. Но перестановкой ходов, в общем, не очень сложной, ходом ладья e8, в принципе, теперь конь f4 уже ладья bc4 просто следует, да? А оказывается, что... Да, потому что пешка уже висит. Угу. Оказывается, что ничего особо умнее, чем b3, все равно нет в этой позиции. И теперь уже ферзь c7, и как-то получается так, что этот ход b3... Ну, то есть получается, что мы перешли в какую-то не сверхвыгодную для белых теорию, в которой абсолютно ничего нет, и как-то, ну, да. Ну, опять же, правда, равенство белое держит, но уже у черных... К сожалению, довольно комфортная игра просто по сути, да, то есть черных простая игра. Они хотят ферзя поставить на b7, пойти b5, у них какие-то подрывы. Я не могу поменять слонов чернопольных, потому что на слон h6 всегда будет слон h8, да, потому что, если я, конечно, хотелось бы поменять, коня на e3 поставить, но слон h8, у меня слон на h6, наверное, не блестящий стоит. Плюс там, наверное, слон h6 другие еще есть возможности. В общем... Как-то я в итоге начал подолгу задумываться, мне не очень нравилось происходящее. Например, конь f4, если я пойду, да, вместо слон, я сыграл слон g5, не, вместо слон g5. То есть логично, если я делаю то же самое, конь f4, ферзь b7, как-то конь fd5. И да, по-моему, в этой позиции там при пешке на b2 как-то у меня что-то такое тактическое было. А здесь просто черные, например, делают ход h5 какой-то. И я не мог хода найти за белых. У них все, конечно, стоит красиво, но совершенно непонятно, что делать дальше. Угу. А черные все-таки хотят где-то Е6, Б5 пограживают. И главное, что просто конь G4 где-то хотят пойти. Ну, при случае. Угу. И как-то непонятно ходов просто не видно каких-то разумных. То есть вроде как позиция, наверное, равная, но она, я бы уже черными ее предпочел играть. То есть она перспективнее с точки зрения черных просто уже. И как-то вот я начал... В принципе, слон g5 сыграл. Ну, опять же, вот это надо сказать, что эту партию вот Каспаров очень сильно тоже играл. Очень сильно просто. До какого-то момента ферзь b7, это правильно, конь e3, b5. Но я хотя бы слона пробросил как-то. b5, и вот здесь я очень долго думал. В принципе, я уже понимал, что перевеса нет. Хотел как-то вот понадежнее сыграть, как-то уже... Да, но что-то у меня не получалось ничего особо хорошего, хотя кажется, что... То есть надо было, наверное, сыграть конь cd5. Я после долгих очень раздумий сыграл конь ed5. Мне не нравилась проблема в чем, что после хода конь cd5 я, по сути, и конь bf6 не грожу, потому что ef там где-то часто, да, я могу просто... То есть у меня какой-то конь на e3 неприкаянный совсем. То есть, скажем, например, черные могут h5, например, сделать ход. Белым безумно сложно ходы делать, потому что cb я взять не хочу и не могу, а конь на e3, на конь бьет f6, ef. Я не могу конь f6 тоже часто, из-за ef и слон f4, g5 теряю фигуру, да, там зачастую. И просто мне тяжело ходы делать какие-то, не знаю, как играть. То есть, наверное, объективно белые держат равенство, но... Ну, как-то дискомфортно очень. Черные могут ладья c5 еще пойти, там есть ресурсы у черных, полезных ходов. А в какой-то НБЦ пойдут. В общем, я решил как-то по форсированию сыграть. Конь ед5, так скрипя сердце, хотя это образовывает слабую пешку, но зато у меня хотя бы кони нормально стоят. То есть этот конь на е3 неприкаянный, его хотя бы нет. Но, конечно, какая-то слабость на c4. Очень сильный ход h5. Да, ну, он, правда, стандартный, но сильный, да, сделал Каспаров здесь. А в чем смысл? Да, и вроде как близко. Он просто полезный во многих. Там где-то слон h6, хотя где-то он конь g4 в каких-то вариантах. Просто очень полезный ход, и главное, что он подметил важную суть позиции в том, что белыми ходы трудно делать. Непонятно вообще план, что делать белым. Да? У них полезных ходов, по сути, нет. И каждый ход мне тут давался с трудом. Я какой-то ферзь f4 сделал ход. Тоже как бы полезный вроде бы. Ферзь c6, да, ну не то чтобы он грозит на c4 взять, но снова какие ходы белым делать, то есть как-то какая-то позиция странная, h3 может какой-то ход надо было сделать, я не знаю, просто там на месте что-то, но не просто, ну условно, да, то есть непонятно, чем не делать. Да, я в итоге решил как-то подразгрузить, слон бьет f6, конь f6, слон f6, конь d5. Ну, конечно, не очень приятно то, что у меня эта пешка c4 отстала, но все-таки ресурсов не так много игры на выигрыш. То есть все-таки у черных получше немножко, но удержаться должны белые. Но слон b2 он сыграл, наверное, правильно. Решил пока вставить ладья b1, слон g7. Вот так, чтобы пешка где-то при случае висела. Угу. Ферзь g5, король f8. Ну, ферзь g5, да, сыграно, король f8. Ну, проблема в чем? Проблема в этой пешке c4. Да. Так-то у меня все активно и так далее, но эта пешка все-таки она потенциально-то слабая, да, хотя ничего страшного такого особенно нет. Е6 сыграл Каспаров, да, выгонять коня рано или поздно выгнать надо, нет, здесь Е6, ну, как и по партии, да. Ладья ДЦ1, Е6, конь F6, ладья ЕД8. Ладья ЕД8, вообще так на вид кажется, что вообще равны, ну, что там, у меня сильно активный конь, а я вот смотрел на доску и не мог понять, как мне дальше играть, то есть... Потенциал-то у черных все-таки они начнут в какой-то момент пешку c4 нападать на нее, да? Угу. А вроде так активно, я не видел, что я с этой активности могу сделать. Видимо, ферзь f4 здесь надо было сыграть, снова обратно, без всякой особой идеи. Просто было чуть-чуть точнее, чем то, что я сделал. Я сыграл h4. Угу. Тоже считал, что ну просто сделаю полезный ход h4. Понятно, что уже на выигрыш я не играл в этой позиции уже. Уже уравнять хотел. Ферзь a8, очень сильный ход, ферзь a8 тоже такой немножко неожиданный, но пропускает ферзя, хочет ладья c5 пойти, да? Ладья c5, ладья f5, вот выгнать моего коня. Проблема в том, что у меня нет нигде вечного шаха, то есть конь h7 шах, там, скажем, король g8, конь f6 шах, просто король h8, он отходит, то есть я не могу вечный шах дать, да? И ладья c5 начинает грозить. И черные могут реально перехватить, то есть тут пришлось напрягаться мне как-то. Ну, компьютер как-то ферзь f4 более-менее держит здесь, хотя такое неприятная, опасная там позиция, вот по партии, да, нет, ну, по партии, вместо хода, да, вот вместо c5. Но я посчитал, кстати, наверное, в практическом плане правильный такой, неожиданный немножко ресурс c5, жертва пешки такая, в отскок, что называется, но, видимо, правильная, ну, в практическом, по крайней мере, смысле, потому что ничья, видимо, тут действительно держится. Именно надо бить ладьей на c5. Потому что если пешка, я успеваю ладья бьет c5, если dc, ладья бьет c5, слон бьет f6, ладья бьет c8. Успеваю и просто ничья. Именно успеваю тут по темпам сделать ничью. Поэтому он должен брать ладьей, значит, после c5, как он и сыграл. c5, ладья бьет c5, разменялись на c5, разменялись, слон бьет f6, он должен включить, да. Значит, dc... Король h2, вот такой ход я издалека заготовил, неожиданно. Ну, вот такая позиция, да, вроде бы кажется, что белых активно, ферзь на f6, но не просто уровень. Король h2 важный, чтобы я мог ладью, чтобы не отрывалась ладья, чтобы, ну, ладья d1 мат не получить. Король g8, ход единственный с точки зрения игры на выигрыш. И ладья b6. Подожди, а король g8 это что такое, я не понимаю? А там просто шах все время грозит. Ага, понятно. Да, там просто ему трудно, но он не может раскрутиться иначе. То есть ему надо, чтобы как-то раскрутиться, пойти король g8 и ладья b6. Вот я тут вариант считал очень долго, когда еще ходил c5, вот эту позицию высчитывал. И, конечно, времени много. То есть идея именно в этом. Я хочу ладья бьет a6 побить, и ладья бьет e6, вечный шах дать, да? То есть ладья b6, тут ладья d1 есть ход, там длинные варианты, но ничья в конце. Ладья e8 сыграл Каспаров. Каспаров сыграл ладья e8 здесь. Ну и тут, да, вот здесь, конечно, я, в принципе, я сыграл правильно против. Ферзь f3 действительно держит ничью. Держит ничью, то есть нельзя сказать, что это ошибка, но ферзь f4, видимо, было понадежнее. То есть, но хотя все равно четкой ничьей здесь нет. Компьютер дает там 0,5 какие-то, скажем, А5. Черные потихонечку раскручиваются, у них все-таки пешка. У белых фигуры лучше стоят. Как на ферзь А4, ладья d8 компьютер здесь ходит. Подавливает компьютер, то есть так прямой ничьей нет все-таки. Хотя, наверное, ничья должна быть все-таки в итоге. Так, ферзь F3, в принципе, ход хороший, я думаю. То есть он объективно ничью держит. Я вот это обнаружил, вот тут обнаружил много нового, поанализировав недавно здесь. Ферзь f3, то есть очень форсированный, далекий счет должен быть. Ферзь бьет f3, ef. И вот надо, ну, понять, что пешка c все-таки бежит, да? c4, да, ладья c8, да? Ладья бьет a6, Нет, сразу ладья, ладья c6 москвича, да. Я взял c4, да, и вот эта позиция, вот на самом деле я тут ляпнул, видимо, времени было не так много, и я, честно говоря, просто, ну, скажем, считал, что позиция, которая возникнет в партии, она все равно форсированная, ну, то есть мне надо спускать ладью на вторую или на первую, чтобы пешку остановить, да. И я считал, что все равно ладья b6 или ладья d6 пойти, ну, как-то рукой ладья d6, чтобы короля еще отрезать. Вроде логично, да, то же самое, но только я еще короля подрезаю. Оказалось, на самом деле, что это очень серьезная ошибка. Мы проскочили этот момент, и, кстати, комментаторы тоже все проскочили, вот только сейчас я понял. Ладья b6, в принципе, у черных не было после ладья b6 ничего лучшего, чем перейти, сыграть c3 и так далее, перейти к партии, а там ничья, там ничья. Но после ладья d6 я дал неожиданно такой шанс. Да, вот это как и партия. Да? Но после ладья d6 неожиданно, может быть, черные очень близки были к выигрышу. Нет, именно король f8 неожиданный ход. Здесь, да? Вместо c3. Вместо c3, да. Был ресурс король f8, да. Очень странный, потому что кажется, что король все равно должен идти через g7, ему просто быстрее. Да, g7, f6, e5. А оказывается, что я под темп подставил ладью, и то, что я отрезаю, не так важно. Оказалось, что важно, что он успевает пешку на e5 поставить. И тут такой вариант, скажем, король g2. Ну, логично, я короля подгоняю. Король e7, вот именно до c3, чтобы он темп использовал. Напал на ладью, ладья d2. Ну, как-то казалось, что аж чего он добился-то с королем на e7. И тут e5. Оказывается, что очень важно, что он зафиксировал эту структуру. Пешку на f3 слабую зафиксировал. И здесь довольно тяжелый эндшпиль у белых, объективно. Скажем, король f1, да, я считал, что ну короля подведу, пешек поровну, что-то. А оказывается, что ладья a8 просто, ладья c2, ладья a4. И вот эта позиция оказывается очень тяжелой. Король начинает подходить, у меня пешка f3 слабая, неожиданно оказывается. И вот эта позиция, вот скажем, на короле 2 король d6, да. Он хочет короля подвести, ну, может быть, лучше для белых пойти А3 здесь, король d5, ладья c3. Так вот на вид кажется, но всего поровну проиграть-то не должны белые, да? А неожиданно кажется, что позиция очень опасная здесь. Потому что у меня, ну, у него активнее король и ладья. То есть, скажем, король d4, вот я поанализировал ее, король d4, король d2. Казалось бы, усилится никак, но тут у него план находится. Ладья А6 пока, ладью активизирует. Белым непонятно, что делать, кроме как стоять на месте, скажем, ладья Е3, да? Ладья Е3, ладья С3, я, ну, хочу еще ладья Е4 шаг где-то. То есть стоять-то я могу, но оказывается просто F6, и черные начинают G5 проводить в этой позиции. Ну, скажем, я могу ладья Е4 шаг, король D5, ладья Е3. Я стою пока. Ладью он, в принципе, не может особо далеко убрать с А6, потому что я А4, ладья А3 перейду. Но вдруг неожиданно кажется, что вот этот ресурс игры на выигрыш G5 оказывается очень опасным. Просто он отрывает пешку, потом хочет GH, F5. Ну, тяжелая у белых позиция, оказывается. Я ее подвигал немножко. Ну, шансы есть на ничью, но тяжелые. Вот такой был очень-очень неожиданный момент, тем более там уже цейтнот обоюдный, да. Как бы очень нестандартно это, но вот оказывалось, что я вот чуть-чуть ляпнул, а он вот тоже, как мы оба не обратили на это внимание. Но это очень тонкая штука. Очень да, тонкая. Это уж какие-то эти... Это 37-й ход 14-й партии. Да, тут уж как бы не толкнуть вперед пешку выглядит очень странным, как хочется ее толкнуть, да. Но вот оказывается, что... А дальше, в принципе, все было нормально, ну, относительно, да. То есть c3, то, что мы оба и считали правильно, но тут я уже все успеваю. Это то, что я пишу, c3, ладья d1, ладья a8, ну, да, ладья c1, ну, тут был ход на ладья c1, ладья a3, но я поанализировал, там по темпам белые успевают ничью сделать, довольно четко, там, без вариантов. То есть ладья b2, ладья bc3, получается, что ладья b2 шах, король g1, ладья a2, вот тут как бы цейтнот закончился, ну, конечно, позиция ничейная, но... Все-таки это не стандартные 4 на 3, потому что у меня король отрезан. При пешке на f2 вообще ни одного шанса у черных нет. При пешке на f3 на самом деле тоже, по большому счету, ни одного шанса. Но это все-таки не так очевидно. Да? То есть отрезанный король, и если черные могут организовать проходную e5, f5, e4 где-то, то может стать опасным. Все-таки ну, не так это все очевидно. Ну, то есть... Если не знать, а мы не знали, я не знал, по крайней мере, то мне все-таки так немножко тревожно было, я немножко опасался, хотя на самом деле ничья простая достаточно. И я ее ни в один момент не выпустил на самом деле, но но в какой-то момент, скажем, как было сыграно ладья c7, то есть я просто стою на месте, значит, король f8, ладья b7, король e8, не знаю почему на e8, но это не принципиально. Да, я не знаю, почему не ладья c7 я пошел, ну, неважно. В принципе, я просто на эту позицию ориентировался. На самом деле здесь, может быть, даже самое простое, потом оказалось просто пешку на f4 поставить. Белыми сыграть f4. Компьютер считает, что это совсем простая ничья. Но просто внешне кажется опасно, потому что у черных появляется ресурс пробега короля. Король f5, ладья b7, шах, король g4, король f3. Как бы там король у меня слабый, не хотелось этого делать, хотя компьютер не видит там реально, где не видит. То есть так, идея-то есть, но она вроде бы нигде особо не проходит. Но правда и как я сыграл простая ничья. То есть я сыграл король f1, просто решил здесь стоять, не ослаблять пока. Да, шах, скажем, ладья b7, король e6, там пока повторили ходы, да, ладья b6, шах, король f5, ладья b7, f6. И тут, конечно, я сошел с ума совершенно, то есть, видимо, тоже вот это сказалось, вот какая-то потеря концентрации на шестом часу. Ну, в принципе, любой ход можно сделать. Самое простое пойти ладья f7. У черных, по сути, единственный план это g5, да, провести. Ну и дальше я стою королем, ну g5, hg, король бьет g5. Опять стою, ну, простая ничья, у меня на самом деле ресурсов-то нет у черных особых. Ну, дал шах, обратно вернулся. То есть ничего реального извлечь из того, что они отрезают короля, черные не могут. Да я это отлично понимал, просто я считал, что, ну, я пошел ладья g7 вместо этого, я считал, что это одно и то же, что не имеет, ну, никакой разницы нет. И просто зевнул, ну, элементарно пропустил, что после g5, как он и сыграл, но иначе черные просто не могут вообще усилиться даже. Hg, fg в этой позиции. Я просто думал, что я сразу делаю ничью ходом ладья h7. Ну, ладья h7, отгоняю короля, ладья h7, король g6, ладья e7, ну и просто там король f6, ладья h7, да. То есть просто нападаю на одну из пешек и зевнул просто, что в этой позиции g4 есть ход. Просто зевнул, да. То есть считал, что я сразу ничью делаю, да, и зевнул этот ресурс, поэтому пришлось пойти ладья g8, но я, да, и g4, то есть это совсем другая ситуация, то есть позиция после fg-hg, вроде бы она тоже ничейная, Женя большой очень анализ провел этой позиции, и ничья держится. Но на самом деле неожиданно оказалось, что все намного проще. То есть после ладья g8, ну тут, видимо, жуткая была усталость уже у Каспарова тоже. Он блестяще играл эту партию, ну как бы он не выиграл ее, но он ее очень сильно провел, то есть максимум мне проблем ставил. Я на самом деле довольно неплохо ее тоже играл с точки зрения защиты. И здесь после g4, да, g4 он должен ходить, иначе совсем ничья. Ладья e8 шах, король e6, ладья e8 шах. И он просто начал повторять ходы. Сыграл король f5. Да, король f5. Я немножко волновался. Да, шах, король g6. Не, ну то есть, да, вот в этой позиции после, да, король f5 и троекратное повторение просто, да, после ладья f8 шах. Ну, на самом деле, надо было пойти король f6, конечно. Я этого опасался во время партии. После, нет, вот раньше, да, до этого, как было, после ладья e8 шах, когда было сыграно, король когда был, вот здесь, король f6, конечно, был ход. И вот после, как-то теперь уже не так просто, там ладья f8 шах, по-моему, находится, что-то там находится неприятное. Наверное, король g6 и король f7, что ли, в этом проблема, да, что теперь король g6, ладья g8 шах, король f7, ладья g5, король f6, да, и там какие-то, по-моему, как-то так, ну не принципиально, то есть были большие анализы fg-hg вот этой позиции после короля f6 хода, я имею в виду, вот когда я дал шах на e8, вот здесь, да? Ну да, вот в этой позиции, король f6, fg-hg, и там как-то вроде Женя ничью держал в этой позиции после больших анализов, но темп в темп, еле-еле. Но неожиданно оказывается, что есть уже новые компьютеры, очень простую ничью тут находят, просто ходят на король f6, ладья g8 здесь. Место fg, ладья g8. Нет, шах, король f6, да. И теперь ладья g8, сразу ничья просто. То есть на самом деле особых как бы не было там сложностей. Оказалось, что ладья g8, потому что на gf я ладья f8 шах, ладья бьет f3, то есть я просто не беру на пешку на g4. И у него король тогда не проходит через f5 на e4, и после ладья g8, ну там просто ничья, да. Скажем, на ладья a3 есть ход fg, ладья бьет g3, ладья f8 шах и ладья f5. Ну там на король там e7, ладья f5. Да, то есть ладья g8, на самом деле, это вот довольно серьезное уточнение по сравнению с тем, как мы все там считали, да, что в принципе все равно была простая ничья, то есть нигде я реально не выпустил. Просто, ну, как бы не надо было, конечно, этого допускать, вообще зевать, но по большому счету, вот, единственный момент, где у него были шансы на выигрыш, и то случайно, потому что я не пошел ладья b6 партия, ладья d6, вот это был момент, когда он мог пойти король f8, но это было очень тонко. А так в итоге никаких особых шансов у него на выигрыш не было. Но в любом случае король f6 пойти надо, я так и не понял. Вот он, по-моему, не заметил, что троекратное повторение. Но я вот хорошо помню, точнее, я, ну, когда троекратное, я помню, я ему как бы сказал, что троекратное повторение. То есть я не понял, ну, вот он, ну, очевидно, после короля f5, ладья f8 шах, да, троекратное. Здесь уже. Ну, вот король g6 он сыграл, да, ладья g8, да, и... Да, король f5. И в этом, ну, как бы, как нужно фиксировать троекратно? Записать на бланке ход, назвать судью и сказать, что после этого хода троекратное повторение ходов. Да? Ну, я так... Оно очевидное, да, иногда оно не очевидное троекратное, надо разбираться. А здесь оно очевидно, поэтому, в принципе, я как бы записал на бланке ход, полной нотации, как учили, да, и как бы Каспарову говорю, ну, то есть, как бы, если он согласен, что троекратное, ну, я не зову судью тогда, просто согласились, да. И я говорю Каспарову, ну, ничья, я показываю на бланк, говорю, ничья, но он был настолько уставший, видимо, в таком, настолько устал, что он говорит, да не знаю, как бы, он был, по-моему, в таком состоянии, он просто уже сил не было, то есть он даже не понимал, то ли троекратное, то ли не троекратное. Я говорю, ну, окей, я тогда подозвал судью, значит, да, судья зафиксировал, конечно, да, и тут, я помню, я к Каспарову как бы обратился, я говорю, а почему вы король f6 не сыграли? Вместо короля f5, но все-таки не сразу троекратное. И я помню реакцию, то есть видно, насколько он устал, мне как-то его жалко даже, потому что он, я помню, как-то он так посмотрел на меня, так очень тяжелыми глазами, в смысле такими вот уставшими страшно, и говорит, а где король f6? Я говорю, ну, когда я шах дал, вот там на g8 или на e8, он говорит, а... Я же король f5, что ли, пошел? Я говорю, ну да, король f5. А мог король f6, да, типа? Я говорю, ну да, могли король f6. То есть он говорит, а, король f6, ну может быть, мог. Как-то он так вяло, ну видно, ну все, просто у человека нет никаких сил уже. Он даже, по-моему, доску уже в голове не видит, да, то есть он говорит, да, король f6, может быть, король f6, да не знаю, типа, может быть, но видно, что все. То есть, Володя, ты это с чем ты это связываешь так ретроспективно, все-таки с разницей в возрасте или с матчем, или просто не в идеальной форме подошел, вот какой-то у тебя по прошествии лет есть объяснение, просто матч такой, вот я так вот, мы сейчас посмотрели, ну, какие-то очень, во-первых, очень много тактики. То есть какие-то партии такие, они больше не стратегические, а нужно очень-очень много было считать. Вот, все как-то построено на тоненького было очень. То есть от чего такая усталость? Ну от чего усталость? Потому что ты играешь матч на первенство мира, это все-таки напряженнейший матч, не так идет, очень много работаешь по ходу матча, да, ему же пришлось там перелопачивать репертуар черными, очень много негатива, не получается ничего. Ну и, в принципе, любую партию матча на первенство мира, 6-часовую, играть тяжело. Не, ну она нормальная, просто она, это естественно, что в какой-то момент, когда у тебя все идет не так, но все-таки тоже какой-то возраст, он, в принципе, был довольно молодой, мне тогда казалось, что он уже возрастной, ему-то всего 37, что ли, было тогда, вообще да. Мальчик просто. Как бы мне сейчас уже так кажется. 37 я вообще как бы не думала ни о чем, связанном с возрастом. Но... Так или иначе, нет, это нормально, это естественно, ну, дикое напряжение в матче, то есть, нормально, но при этом играл-то он хорошо, он, ну, в эту партию, посмотрите, 12-ю, блестяще играл до какого-то момента, когда у него просто вот нужно было, ну, а что, 4 часа напряженной счетной работы, а здесь и 6, и тебе не дают, да, то есть все время я все-таки хорошо сопротивлялся, не давал ему сразу выиграть или там реализовать перевес, и ты должен продолжать и продолжать, а там еще цейтнот где-то, да, и просто тяжело, объективно тяжело, да, то есть тут мне, честно, не кажется, что это была плохая форма. Я не... Нет, вот я могу сказать, параллель провести со своего матча с Анандом. Да я не был в плохой форме матча с Анандом. Я его проиграл ужасно, так, с треском. Ну как, так же -2, как и Каспаров. Но я не был в плохой форме. Она пришла по ходу матча. То есть она пришла, когда все идет не так, да, все не срастается. Очень жутко неудачно идет матч. Там где-то там начинаешь спать хуже, начинаешь нервничать больше. И как бы и вот и результат, то есть плюс, опять же, соперник сопротивляется сильно. Я вообще заметил, когда я изучал матч на первенство мира, я обратил внимание, что очень редко, да почти никогда игроки не играли матч на первенство мира, как бы свои лучшие шахматы не показывали. Практически ни одного матча такого я не обнаружил, чтобы, за исключением, наверное, Ананда в матче со мной, это он действительно совершенно блестящий, был его пик карьеры, пик, вот, наверное, совершенно феноменально играл матч. И то под конец немножко начал уже нервничать. Но в целом, а почему это происходит? Потому что очень высокое напряжение, да, но самое главное, потому что соперник сильно играет. Ну, у тебя соперник очень сильный. Это же не турнир, где ты сыграл пару партий с конкурентами, и дальше ты играешь все-таки с теми, кто послабее. То есть тут такая высокая сопротивляемость, кроме нагрузки психологической, нервной, что не дает тебе сильно играть. То есть соперник не дает играть так, как ты вот привык, да, так, как ты... как другие соперники дают. Поэтому так вот потом в итоге оказывается, что вроде кажется, что плохая форма. Да нет, мне не кажется. Плохая форма обычно связана еще с тем, что ты просто плохо играешь. Но надо сказать, что вот эти партии Каспаров прекрасно играл, просто прекрасно. То есть до момента, вот когда был прекрасно, 12-14 здорово играл, да и какие-то там другие в этом матче. То есть не, ну просто вот... Как бы так получилось, да, что не сложился для него матч, вот все не так пошло. Я потом, когда играл с Анандом, я это в полной мере ощутил на себе. Вот когда вот ощущение, что ты делаешь все, что ты можешь, ты борешься, ты стараешься, но вот все не получается. Вот, да, вот как бы вот не твой матч. Вот суждено тебе проиграть этот матч, и ничего ты сделать с этим не можешь. Да, вот такое какое-то, может быть, и немножко фаталистическое такое мое восприятие, но вот у меня это чувствовал безумно во время матча с Анандом. Ощущение было, что бы я ни делал, все равно у меня одного темпа где-то не хватит. И вот в некотором роде похожее было, наверное, в этом матче. Да, драматичная история. А ты как-то... Интересно, а ты то есть ты как-то оценил, ну не то, что оценил, то есть ты сейчас вот считаешь, что как бы вот у меня такое ощущение, что Каспарову не хватало какой-то в этом матче все время, знаешь, вот одного хода, одного темпа, вот как ты говоришь, то есть вроде все хорошо, но вот, ну все-таки столько шансов у него было, вот, но, то есть ты это как-то с фатализмом связываешь, да, что он должен был этот матч проиграть? Да, ну это все вместе, но опять шансов было не так уж много, вот я имею в виду совсем голевых у него, совсем голевых-то было мало на самом деле, то есть все-таки действительно я объективно говоря так, без ложной скромности скажу, что я сильно защищался, я не давал ему, то есть ему надо было постоянно находить сильнейшие ходы, то есть, а это тяжело, ты находишь раз, два, три, вот он здорово играл эту партию, ну, в принципе, у него выигрыш особенно, надо было найти какой-то безумно сложный в цейтноте нюанс, да, но это сложно, да, то есть, и когда сопротивляются сильно с тобой, когда сильно обороняются, это все не так просто, да, поэтому, ну, а что, на таком уровне это всегда вопрос, как в футболе, да, полсекунды, кто-то успел там развернуться, убрать мяч, вот и забила, а второй не успел, другая команда, вот и не забила, вот и в итоге там 3-0 счет, а на самом деле все вот доли секунды решает, да? У кого-то вот они получают, вот так же в шахматах, вот где-то в каких-то нескольких позициях, вот у меня вот это решение, вот у него было неправильно, а у меня оказалось правильным, вот это и решило матч, да, но так матчи на первенстве мира всегда такие. Ну хорошо, тогда... Так что, ну, 15-я партия, ситуация перед 15-й партией для Гарри Кимовича Балаахова, ему надо было выигрывать две оставшиеся партии, это была последняя партия белыми. И... Да, ситуация тяжелая, потому что даже если ты выиграешь белыми, очень тяжело так настраиваться, да, потому что даже если ты выиграешь, все равно у тебя шансов очень мало, а еще белыми надо выиграть, да. То есть, ну, поэтому он сыграл такой дебют спокойный, просто каталон, тогда он еще не был так безумно популярен, да. И я тоже не ожидал его, как бы считал, что ну, это слишком спокойный дебют, чтобы в такой партии играть, и что-то перепутал, да, с Лонье 7. Я сыграл основную линию, самую надежную, самую крепкую в этом варианте. Но плохо помнил, что там происходит, поэтому тоже как-то вот так немножко играл. Да, слон b7, слон, ну вот это все теория, слон d2, слон e4, ферзь c1, слон b7, тогда это было основной линией. Слон f4, слон d6, конь d2, конь d7, это все теория, конь b3, я правда ничего не помнил толком. Вот, по сути дела, я тут уже за доской уже отворил. Я так примерно помнил. По сути, примерно как бы, характер игры помнил, какой основные идеи, да, контуры, но точно не помнил. Слон d5 сыграл, ладья d1. Ну, позиция хитрая, потом белыми очень много ее играл и кучу партий выиграл. То есть она непростая для игры, за черных. Ладья d1, ферзь e7, ну, это логично, да. Конь e5, это все логичная игра. То есть, скажем, взял конь d5, хотя я довольно много времени потратил на это. Слон bg2, король bg2, конь d5. То есть так-то у черных все нормально. Единственная проблема вот эта пешка c7, поле c6, что им не так просто провести c5. Да? Вот это какая-то теоретически, долгосрочно это слабость, конечно. Другое дело, что они довольно активно центрально стоят, и в целом позиция нормальная. Но тут я вот, конечно, конь d5, конь c6 сыграл Каспаров, это логично. И здесь я, конечно, неудачно сыграл, не точно, ну... Мне хотелось попроще, да, играть в этой партии, так как бы понадежнее. Ферзь e8 надо было, я долго сомневался над этим. Ферзь e8, и тут позиция достаточно обоюдоострая. Мне не нравилось то, что он может сыграть, скажем, Каспаров e4 здесь, по-моему. Или взять на d6 e4, или сразу e4. И как-то приходилось, конь f4, gf опасно, конь уже очень сильный. Потом e5 и конь сильный на c6. По-моему, здесь была идея в том, что на... Ну, или там взять на d6 можно. Можно и взять на d6 сначала, да? Неважно. Ферзь e8. Нет, в смысле, ферзь e8, да, конь c6, ферзь e8, взять на d6 и e4 пойти. И там как-то почему-то приходится конь b6 ходить, по-моему. Почему-то на b6 его лучше ставить. И, скажем, вот эта позиция, конь b5, она мне, ну, она так стратегически опасна. Конь на c6 зашел, если белый сейчас консолидируется, то будет прилично хуже у черных. Но, видимо, после f5 у черных достаточно контр-игры просто на короля. Но она такая немножко несбалансированная, да, позиция. Но, наверное, так надо было сыграть. Я хотел в этой партии, конечно, покрепче играть. То есть, ну, тут да, такая, что если у меня конь на c6 все-таки сильный зашел, и если там он успеет ферзь e3, ладья c1, f3, то хуже будет у черных. Но контр-игра, наверное, достаточно. Я сыграл конь бьет f4, ферзь бьет f4. Ферзь e8, ферзь f3 и e5. Но, по крайней мере, я смахиваю очень много материала таким образом, хотя мне не нравилась позиция, все-таки поле c6 есть. Но я ее вот опять поанализировал и пересмотрел немножко свои взгляды на нее. И Женин вот в книге почитал вашу книгу. Мне кажется, нигде реально я сильно плохо хуже не стоял, как ни странно. Я немножко преувеличивал опасности позиции. На самом деле ничего страшного не было. Я достаточно хорошо защищался. Где-то Каспаров мог сыграть посильнее, но не более, чем там получить какие-то шансы, да, подавить. Но ничего страшного не было. То есть все-таки у черных запас прочности больше, чем мне казалось. Да. Взял ладья d2. Вот здесь я ладья d2, пешка вот здесь. То есть, конечно, если белые успеют на c6 что-то поставить, особенно коня, да, то все-таки неприятно у черных. С другой стороны... запас прочности довольно большой, потому что черные вот, ну, определенную контр-игру имеют на королевском фланге. Ну и даже если ты поставишь коня на c6, там еще поди выигрывать и выиграть, непонятно как усиливать позицию, не так просто. То есть я ее тоже переоценил, потому что компьютер очень много находит динамических ресурсов здесь за черных. То есть он на самом деле все время какую-то контр-игру создает, и не так просто белыми что-то серьезное сделать. То есть я сыграл ладья e8, вот это было правильно, я думаю, это был хороший план. Я напрягся, мне не нравилось происходящее, то есть я понял, что надо как-то переводить ладью и начинать контр-игру, то есть отдавать тот фланг немножко бросить на самотек и начинать контр-игру. То есть я без контр-игры на королевском фланге, наверное, ну, будут проблемы. То есть статически ее трудно удержать, надо динамику. Ну, Е3 это ход. Вот Е3 немножко неточный. Ход было чуть точнее конь d4. Конь d4 давало чуть больше, так сказать, шансов на обретение перевеса, но Е3 очень логичный ход. Ладья c1, вот Женя там в книге приводит, если хотят, могут посмотреть, c5 там длинный вариант, но там ничейный четырехладейный эндшпиль. В принципе, Женя его оценивает как трудный, но, по-моему, он ничейный. Все-таки. И он очень форсированный. Каспаров, безусловно, не хотел форсировать игру. Поэтому он сыграл Е3, очень естественный ход. Я думаю, что здесь очень сильный я маневр нашел, ладья Е6, нестандартный очень. Вот как ни странно, я ладью куда-то по шестой линии здесь перевожу. В этом и была, конечно, идея, ладья Е6, да? В этом была идея хода ладья А Е8. Я хочу ее пустой держать, чтобы где-то защищать пешку А6 и участвовать в контр-игре. Такой нестандартный очень метод, но сильный. И вот тут, пожалуй, единственный был момент, где Каспаров мог получить, ну, скажем, относительно реальный перевес, хотя, наверное, выиграть все равно было трудно, ходом ферзь d5. Очень странно менять ферзей в этой позиции, очень странно. Ну, а тем более после всех, так сказать, тяжелых воспоминаний в эндшпилях, которые были у Каспарова в этом матче, ход очень трудный, трудно сделать его. Но опять же, белых перевес, но такой, ближе к ничьей, конечно, позиция. Но очень странно, я сам бы его, наверное, не сделал, а уж тем более в такой ситуации, да, когда ты должен выигрывать. В голову-то не придет, наверное, такой ход. Не придет, да, кажется, зачем, у тебя ферзь отлично по диагонали стоит, пешки сейчас будет. Но, как ни странно, видимо, это было сильнейшее. И там как-то я меняюсь на d5, c6 успеваю пойти, что наверняка смущало Каспарова, меня тоже смущало, и c5 потом. И тут единственный у белых шанс реально зацепиться, это пойти ладья d1 даже, не d2, что вообще очень логично, именно на d1. Это очень важно. И на c5 успеть пойти a4. Совершенно не выглядит таким страшным, но на самом деле тут белые цепляют. Ну, как бы так. Ну, это что-то какие-то, Володь, это компьютерные игры, да. Да, компьютерщина. То есть так человек не пойдет, когда ему нужно 2-0 выигрывать, то есть не пойдет. Поэтому ладья d1 был сделан ход, самый естественный, логичный. Да, и вот здесь неожиданно я уже не нашел, реальных шансов у белых на выигрыш уже не нашел после этого. То есть ладья f6, кстати, ладья h6 компьютер советует тоже можно, но ладья f6 более человеческий ход, конечно. Но немножко странно ладья h6, но тоже он... Ладья f6, да, ферзь d5. Идея в том, что на ферзь b7, да, если пойти ферзь b7 здесь, то как-то c5 сильно. c5, то есть я и там успеваю по темпам, c4 грозит. Значит, поэтому ферзь d5, но здесь уже при ладье на f6, конечно, меняться уже совсем не хочется. Тут просто тяжелая позиция, потому что у меня нет хода c6. В этом, конечно, логика есть, ладья d1 пойти, чтобы не дать c6, c5. Но ферзь d5, ферзь e8, вот это очень сильный такой ресурс. Он выглядит, как я и сыграл, выглядит дисгармонично, как-то ладья на f6, ферзь на e8, какой-то бред, да, на вид. А в действительности я тут уже не анализировал, то есть не мог найти ничего существенного за белых. Потому что как-то успеваю, вот, ладья c1, вот к разговору о том, что вот все время на темп не успевает, вот, не успевает он на темп все время. Ладья c1 сыграл, значит, g6, да. В принципе, ферзь c8 тоже можно было, но Женя пишет, что g6 ошибка. Нет, g6 на самом деле не ошибка. Я думаю, что правильный ход g6. Ферзь c8 тоже ничего, но g6, я думаю, даже точнее. И как-то получается, что черные h5, ладья f5, они успевают какую-то контр-игру создать. И за счет ладьи на f6, дело в том, что как только конь отходит куда-нибудь на d4, все время c5. Да, я уже от этой слабости избавляюсь. И очень трудно белыми в действительности как-то вот так успеть все, чтобы и заблокировать там пешку c, и коня подвести. Вот не получается как-то. У меня игра простая, я просто хочу h5, там h4, ладья f5, то есть какую-то контр-игру создать на фланге. И вот получается ладья dc2 была сыграна. Ну, там много вариантов, я довольно много ее анализировал, вот, буквально несколько дней назад. Не нашел ничего серьезного за белых. h5, вот именно вот это вот какая-то странная контр-игра с этой неприкаянной ладьей на f6, но почему-то она проходит везде. Да, и тут, значит... Конь d2 был сделан ход, ну, была масса других ходов, но вот конь c5, Женя говорил, что, писал в книге, что это было сильно, Но и действительно это выглядит хорошо, но на самом деле у черных здесь порядок. Они уже новые компьютеры находят здесь очень серьезную контр-игру. Ладья f5 и ферзь b7. Это, конечно, очень принципиально. Попробовать забрать пешки. Ну, во-первых, размен на c5 и ферзь e6 тоже там выиграть сложно черными. Но тут h4 очень сильно. Тут на самом деле h4, и компьютер начинает уже здесь в панике какие-то назад все ходы делать, типа конь e4 и пытаться отскакивать. Потому что на конь бьет h6, ну это уже так. Тогда конечно, да, конь бьет h6 логично, конечно. И тут как-то ферзь e7, компьютерная игра начинается. То есть в те времена компьютеры так не играли еще, да, просто коня отрезает. И оказывается, что очень сильная контратака. Тут, например, конь бьет c7, ладья d8 какой-то ход он тут делает. И просто считает, что лучше у черных. Черные просто начинают прямую атаку, а конь связан. Конь связан, и тут он просто пишет, там чуть ли не единицу черным дает. То есть черные просто в атаке находятся очень сильные. Поэтому конь d2 было сыграно Каспаровым, ладья f5. И тут тоже, да, вот Женя критикует ход ферзь e4, который был сделан Каспаровым. И мне тоже он казался очень странным. Ну, как бы, когда тебе выиграть надо, но в действительности он вообще-то нынешние компьютеры первая линия дает ферзь e4. То есть, конечно, принципиально ферзь c6 пойти. Ну, и надо было, наверное, так ходить ферзь c6. Все равно, потому что ферзь e4 уже совсем мало. Но здесь действительно у черных достаточная контр-игра. Вот это довольно серьезное изменение в оценке 15-й партии, которую вот я, поработав, понял, что на самом деле ничего особенного. И Каспаров ее не так плохо играл, как просто действительно вот я как-то очень удачно опять все сложилось темп в темп. Вот какая-то неприятная на вид позиция, а она держится везде. Ферзь c6, ферзь e6. На ферзь c6, ферзь e6, да? Не, ну вот есть ферзь, ферзь e6. Тут очень важно, но это я видел, что на ферзь бьет a6, ладья бьет f2 шах теперь. Такой бум. Кабаний удар, так называемый. Король бьет f2, слон бьет g3 шах и ферзь бьет a6. Да, и то есть брать пешку нельзя. Я просто хочу h4, то есть контр-игру создать. Поэтому, видимо, e4 надо ходить. e4 тут. Единственный шанс. Иначе h4 это очень сильно контр-игра. Я грожу hж, ладья h5, там по линии h просто мат поставить. e4, ладья f6. Тут очень форсированная линия. Ну, снова, если брать, снова хочу h4. Выбор у белых уже небольшой, как бы хуже не получить после h4 под атаку не попасть. То есть f4, вот такой форсированный довольно вариант, ферзь g4. Я грожу на e2 заскочить там и так далее. Конь f3. Это все форсировано. Ну, уже h3 просто грозит. Но тут ладья бьет f4, e5. Очень форсированный вариант. И, как ни странно, ничего лучшего нет, чем просто взять на f3, ладья бьет f3 здесь сыграть. Ферзь бьет f3, слон бьет e5. Ну, у черных даже не особо хуже здесь. То есть просто ничья. Ну, две пешки закачивают, слон на d6 встал. И компьютер как равную ее оценивает даже. То есть белых даже не особо лучше-то. Но, видимо, это был, ну, не знаю, может быть, Каспаров все это видел, и пошел ферзь e4 от безысходности, просто уже не видел, как на выигрыш играть иначе. Но здесь, конечно, очень важно, c5 находится ход, и дальше, ну, все, я, по сути, раскручиваюсь, еще несколько точных ходов сделал после c5 можем, но просто не успевает, то есть ладья e5, все как бы грамотно, все правильно. В принципе, он нормально играл эту партию, Каспаров, но вот снова как-то столкнулся с очень... И хорошей защиты, и где-то каким-то удачей, что по темпам все успевало. И по сути, вот да, b3, f6, еще f6 аккуратных, вот b3, ну иначе я c4 пойду. А b3, f6, еще подрываю это как бы цепь, ну и все, по сути уже нету как бы ресурсов у белых игры на выигрыш. Конь f3, fe, конь e5, еще последний такой самый точный, ладью на d5 перевести, чтобы еще линию d взять. Ладья d8, ну, ладья d5, слон d6, и все, у черных просто ни на грамм не хуже. И, да, ладья d5, и тут Каспаров, не делая своего хода... Давайте посмотрим финал, игровой финал матча. И услышим знакомый, кстати, голос. Я понимаю, это Жоэль. Ouais, ok, donc je pense qu'il faut absolument voir la fin en live et c'est normal. Donc. C'est bon, il a fait nul. Ah, ça y est, c'est fini. Kramnik est champion du monde d'échecs. Fini. C'est terminé. Eh bien, et on le voit qu'il est, content, Vladimir. Il est super content. Il a levé les bras au ciel. Merci, Joël Lothier, de nous avoir accompagnés pour la fin de ce match. Et oui, Kramnik qui lève les bras au ciel. Je ne sais pas si on peut le voir là. Да, ну вот так вот. Проанализировали мы 15 партий. Володя, а какие у тебя воспоминания о первых часах, первых днях, первых минутах после всего этого? Или просто отдыхать, отдыхать, отдыхать? Не, как-то я очень деловито помню, ну, сразу какие-то интервью, что пресс-конференции, какие-то интервью, потом я пошел, ребята уже ждали там с Магарычем каким-то на столе. Как-то я так помню, что, ну, я еще не отошел, еще был вот на этом как бы нервике, да, каком-то, то есть я помню, что что-то мы партию обсуждали, не то, чтобы я там какой-то, знаешь, там сразу налил себе ведро там чего-то, да. Нет, мы обсуждали партию, пока там ужин готовили, там что-то накрывали на стол. Как-то деловито так достаточно спокойно все было. То есть, ну, мы ребята такие все, в общем-то, спокойные. Так что потом как-то, потом весело было, потом перешло все в какую-то, в разговоры, в просмотр фильмов, ну и так далее, в какие-то поиски, так сказать, топлива дополнительного часа в 3 ночи в Лондоне, на который был послан, в общем-то, это единственное, по сути, то, что он и сделал такого хорошего, позитивного, телохранитель, потому что он был англичанин, и мы сказали, что, ну, ты, наверное, знаешь, в Лондоне это не просто там в 3 часа ночи как-то дозаправиться, но он говорит, да я знаю места, как бы. Ну, в общем, мы его послали, он пришел, потом Жоэль с ним, я помню, хотел, Жоэль тогда карате занимался, хотел с ним схватку карате устроить, это я хорошо помню. Женя там как-то начал смотреть фильм какой-то, а? Не помню результаты. Не, в итоге мы отговорили, он как-то говорит, да не, ну не стоит, я тоже говорю, Жоэль, может не стоит, все-таки человек подготовленный, а Жоэль рвался в бой, говорит, давай я попробую, я вот сейчас занимаюсь в последнее время. Женя начал какой-то фильм смотреть, но не смог досмотреть его. Упал. Помнится, упал, да, что называется. Ну, в общем так, а я помню, что где-то, ну, наверное, лег спать часов в 5 утра, в 6, может быть. А на следующий день у меня с 12 до 8 вечера были интервью, 8 часов. И ничего, я поспал, там так состояние было, там рассольчик какой-то выпил, и 8 часов давал интервью нормально, пока Женя там где-то заперся в комнате и, по-моему, в тяжелом состоянии отсыпался, да. Напился, да, так, Жень? Примерно. Было дело? Ну, честно скажи, как есть. Слушай, Слушай, я не знаю, он англичанин, конечно, но такой низкокачественную бурду он принес, это какой-то кошмар. То есть ничего хуже, чем он принес, в Лондоне не было. Володь, ну а ты... Ну, может, ничего другого не было просто. Да, может быть, ничего другого не было, да. Ну а ты какой-то испытал чувство счастья в этот момент? В какой-то из моментов вот после... Может быть, сразу вот как Каспаров ничью предложил? Или ты уж не помнишь, как это все было? Я? Да. Ну, наверное, испытал. Я уж так, наверное, уж не то, что я уже не такой, что прям железный, да. Наверное, испытал, но оно не было каким-то длительным, продолжительным, и не было эйфории какой-то, да. Вот этого не было. Ну, конечно, счастье, но когда ты такой матч заканчиваешь, ты уже не знаешь, чего больше. Вот этого облегчения от того, что это наконец закончилось, потому что у тебя уже просто на пределе твоя нервная система и силы, и вообще уже кажется, что выдержать не можешь, да, уже больше этого. Или счастье реальному. Это вот настолько смешанное чувство, что уже плохо так можно разобрать, да. Ну, как у марафонца. Вот ты, когда марафон добегал, Илья, вот ты счастье испытывал, или ты просто уже добежал, и какое счастье, что наконец мне не... Да, нет. Не, счастье потом приходит, там через пару-тройку часов какие-то гормоны в голову бьют. А вот когда ты пересекаешь ленточку, никакого близко еще, слава богу, все, невероятно, это закончилось, да, это реально да, так. Вот, да. Поначалу больше такие были чувства, а потом... Ну, не, счастье, не знаю. не знаю, чувство выполнено долго, так отвечу по-советски, да. Чувствовал, что сделал хорошо свою работу, а это, может быть, оно и есть счастье. Может быть, я хотел сказать, да, что для многих, ну, для меня, по крайней мере, бы это и было счастье. Жоэль, да, а ты, это действительно... Жоэль, как ты считаешь, как вообще этот матч повлиял на шахматный мир, на шахматы, на подготовку, может быть, на саму игру? Ну, помимо того, что после этого на 20 лет постепенно Берлин вошел в наши жизни и уже, видимо, никогда оттуда не выйдет. Не, ну, во-первых, это был очень громкий, как бы, результат, потому что, ну, наравне тому, наверное, что было, когда Каспаров проиграл компьютеру, да, считалось, что это рубеж, который никто не взял, обыграть Каспарова в матче. То есть это было, конечно, ну, ощущение настоящего подвига, которого никто не ждал. На самом-то деле для меня это было, как сказать, конечно, это было неожиданно, но когда ты находишься глубоко внутри матча, в общем-то, и поскольку матч шел по очень хорошему сценарию, мне это не казалось каким-то невероятным результатом, да, то есть, наоборот, мы к этому стремились, в общем, всю подготовку и весь матч, да, он идеально прошел, конечно, мы не могли ожидать, что все пройдет настолько успешно, но, тем не менее, когда ты так много работаешь над чем-то, тебе это не кажется таким невероятным, да, и я помню, некое изумление у меня было, когда вот все закончилось, что вот все как бы рвут на себя волосы, и что-то такое случилось, как будто, не знаю, как будто Володь только что высадился на Луну, да, примерно так. Вот, а после этого, да, был такой, ну, новый виток шахматной истории, когда, ну, закрылась некая глава, да, то есть доминация Каспарова закончилась, и надо было дальше жить уже в таком мире, где и Володя был чемпионом мира, но в то же время и Каспаров оставался очень сильным игроком. И, то есть это был такой период, ну, когда, значит, было 2-3 игрока, которые могли претендовать на место лучшего игрока в мире на тот момент. Женя, а у тебя какие... Вот уже сейчас ретроспективно, как тебе кажется, матч какой оказал влияние на шахматы, на Каспарова, на Крамника, на вас всех тогда, как бы, игроков элиты? Да, подлил бензина в костер, и хаос он, как бы, воцарил уже окончательно, потому что не только хаос был в розыгрыше звания, но уже хаос был в головах у Каспарова, который все еще, как бы, считал себя сильнейшим шахматистом мира, у любителей шахмат, которые до сих пор не могут отойти от, как бы, результата и говорят 20 лет спустя, так вот, если бы он ему дал матч-реванш, Каспаров бы выиграл и так далее. Ну, то есть покоя не наступило. В шахматах, наоборот, какой-то вот импульс к дисгармонии, к хаосу в шахматном мире, ну, как бы, добавилось. И я скажу, что хаос начал уходить и постепенно сошел на нет вот с того момента, когда Каспаров покинул шахматы. И вот постепенно хаос начал затухать, и как бабочка помахала крылышками и затухло. Вот как-то так. Володь, а у тебя какие... Очень неспокойно. Ощущения, мысли, я бы даже сказал. Ну, в целом согласен, да. То есть, конечно, там, ну, много, мне кажется, концептуально еще какие-то вещи были. То есть, все-таки вот давно, наверное, не было матча, когда защита вот торжествовала, да. Вот, по сути дела, действительно был высокий уровень защиты. Может быть, что-то поменялось в этот момент. То есть, как-то, значит, шахматисты... Шахматы чуть-чуть изменились, то есть поняли, что, в общем-то, защищаться защитой можно, выигрывать матчи и так далее. Может быть, это даже подняло уровень защиты в целом. Я не знаю, это мне трудно судить. Но то, что, конечно, я попал не туда, куда я должен был попасть, в смысле, ну, я там, ну, как бы, понятно, что ситуацию обострил в шахматном мире, потому что там был Каспаров, Фиде, и вот разборки были, по сути дела, Карпов уже все-таки начал сходить к этому моменту. По сути дела, было вот Каспаров, там, Ильюмжинов, да, вот было две силы, которые которые как-то между собой разбирались, договаривались, там не договаривались, ну как, а тут вот какая-то появилась непонятная третья сила, кто такой вообще, какой имел право стать чемпионом мира, да, и влезть в общем в эти дела. А с другой стороны, не считаться тоже нельзя было с этим. Поэтому, конечно, это внесло какие-то коррективы, так сказать. Да, я согласен, это еще более осложнило, в общем, людей, понимание даже людей, вообще, есть два чемпионата мира, есть фидовский, но там нокаут-система, чемпионы мира, ну, при всем уважении, не такие, да, великие, да, не такие вот, которых принимает весь мир. Есть Каспаров, который по-прежнему был, даже после матча, он был №1 в мире, у него уж больно, ну, по рейтингу, у него уж больно большой был разрыв в рейтинге, да, так, до матча. Потом есть чемпион мира вроде как, да, то есть и вот эта вся ситуация, конечно, она, следующие годы были непростые, но с другой стороны, может быть и не было бы тогда объединений, и все-таки вот этого штиля какого-то, который сейчас мы наблюдаем, штиля в хорошем смысле слова, в том, что сейчас нормальная система розничного первенства мира, все уже, ну, все идет нормально, никаких скандалов нет. Может, это было вот таким началом некого такого нарыв взорвался, да, вот который потом еще было больно какое-то время, а потом все как бы все зажило и в итоге все оказалось нормальным. Но, в принципе, стабилизировалась ситуация в шахматном мире. Но, конечно, еще было не сразу это все произошло, и, наверное, это как-нибудь отдельная тема отдельной дискуссии, что там происходило с этого момента и до объединения. Очень много всего происходило, но так иначе вот примерно такие. Ну, опять же, я об этом сильно не думал, что я сделал то, что мог, выиграл. Когда матч этот был выигран, я помню, мы еще в Лондоне с Жоэлем говорили, и я сказал, и это действительно правда, я действительно так думал, что я сказал, что пока я чемпион мира, пока я... Вот. Я не знаю, сколько это продлится, и не, да, но я хочу наладить рост цикла на первенство мира, я хочу как бы вот, чтобы попробовать, что в моих силах сделать, чтобы наконец вот этот какой-то раздрай закончился в шахматном мире. Я как бы вот это была моя позиция, и я очень рад, может даже больше, чем то, что я вообще стал чемпионом мира, тому, что отчасти, по крайней мере, и... Я думаю, что все-таки отчасти моя заслуга в том, что это прекратилось. Что, скажем так, я взял шахматный мир, ну, условно, да, говоря, в одном виде, и его передал уже в совсем другом виде. Да, и вот как бы, может быть, это не полностью моя заслуга, и, может быть, не столько моя, я не знаю, это уж каждому судить, но, по крайней мере, это для меня очень важно. То, что вот какое-то за это время, тяжелейшее время, моего чемпионства, да, что все-таки мы как-то... Оно закончилось совершенно в другом... Шахматный мир был в другом состоянии, чем когда вот оно началось. Но это уже тема для отдельного разговора. Да. У меня вот такой, может быть, последний вопрос шахматный. А вам не кажется, что... Вот ко всем троим вопрос поочередно, может быть, с Жоэля начнем, что после этого матча изменилось представление о подготовке к... Наверное, как к матчам, так и к турнирам, так и вообще. Вот Володя неоднократно упоминал, как готовились к, там, в 95-м году, как Каспаров готовился достаточно поверхностно к Ананду. В этом матче мы видели несколько партий, где там, я ничего не знал, не помнил, ну как-то интуитивно. А потом вот пошла какая-то тенденция более глубокой подготовки. Да, пожалуй, ты прав в том смысле, что этот матч показал все-таки очень сильную подготовку в том смысле, что она была хорошо продумана, да, то есть она была не случайна. Я помню, как Володя рассказывал, что ну, как-то Каспаров там в итоге пришел к дракону довольно случайно, ну и как довольно поверхностно там против Ананда. Да и в других матчах они играли по инерции там какие-то одни и те же дебюты, их там дорабатывали и так далее, но не было какой-то концепции с самого начала. Да? А здесь все-таки была очень четкая концепция выводить Каспарова из его любимых позиций, а их довольно много, то есть не так просто, да, все-таки находить те дебюты, которые позволяли делать так, чтобы он себя чувствовал некомфортно. Значит, часто уходить в эндшпиль, быть готов защищать худшие позиции, играть иногда достаточно скучные позиции. И очень такая конкретная подготовка. Да? То есть в этом смысле действительно этот матч показал, что если по уму подойти к подготовке, то можно одолеть даже самого Каспарова, в общем-то, в одни ворота. Угу. Женя, а ты что думаешь? А я думаю, что после этого матча, это последний матч был, где, ну как бы сказать, черные, что ли, проблемы испытывали, как-то мучились очень сильно. А уже с Лека просто тотальная подготовка черными была. И уже белые там бегали, пытались, ведь еще было, как бы это сказать, мнение, что белые давят, и надо получать перевес, вот так вот. Угу. А вот все матчи потом черные просто, ну как бы больших-то проблем не испытывали. Ну вот я припоминаю там матчи подряд, Володя, значит, проиграл белыми Ананду, мучился страшно белыми с Лека, потому что там упор, когда на черные делали, уже компьютеры в такой мощности были, если правильно построить подготовку, то... А вот сейчас вообще уже последние матчи белые там подступиться никуда не могут, именно к матчу, в матче. Очень тяжело стало белыми доказывать, что ты не верблюд. Угу. И это вот, мне кажется, последний матч, что белые там, вот Володя там две партии белыми выиграл, ну там что-то получил с дебюта, где-то это не знала. Вот это вот такого детского сада уже не было. Угу. Может быть, какие-то там, может, я плохо помню, Топалов, Ананд, какие там были перетурбации. Были амплитуды какие-то, да, было. Но потом началось уже, в первую очередь, связано с компьютерами, да, в какой-то момент там началась компьютерная эра, когда гонка вооружений именно компьютерных началась. Угу. И были моменты, когда белые вот начали давить, потом опять, ну это уже да, но может быть. Ну вот подготовка у меня, например, тотальная стала, да. Голландская. Да, тотальная. Голландский футбол, да, тотальная. Просто да, она и раньше была тотальной, но сейчас была тотальная подготовка с помощью людей. А с помощью таких людей, как я и Мигель, особо не закроешь всю поляну. А вот уже с помощью компьютеров тут уже полегче стало вытаптывать. Просто вытаптывать. Ковровая да. Работа. Ну, мне кажется, вот что вам рассказать. Я думаю, что как всегда это и бывает. Вот когда приходит новый чемпион, выигрывает у старого, то есть где-то он лучше чувствует, чуть-чуть на полшага впереди, вот в плане понимания тенденций шахмат, да? Вот этих тенденций. Наверное, я где-то оперил Каспаров, немножко по старинке играл, то есть не было вот этой направленности подготовки, такой стратегической, как бы глубокого изучения соперника, вот именно такому подходу, точечному под соперника, да? Вот он, который мне удалось показать, и вот, наверное, за счет этого где-то и выиграл. А потом, потом каждый матч, каждый новый чемпион, он приносил что-то свое. Я вот, например, проиграл Ананду. Ну, это, опять же, тема для отдельного разговора, но я отлично понимаю, что я вовремя не понял тенденций, которые начали, новых тенденций, которые очень, вот только-только начали проявляться, я этого не схватил, Ананд это схватил. Но это отдельный разговор, то есть тенденции компьютерные, то есть насколько важна стала мощь компьютеров и так далее. Я еще вот по старинке действовал, а вот он это уже, и поэтому он меня именно в компьютерной вот подготовке, он меня полностью переиграл, да. Потом там Карлсен его переиграл вот в этой вот новой тенденции, то что позиция будет все равно равная, но он будет там 6 часов делать сильные ходы, нормальные, держать напряжение, то сейчас уже больше на самом деле выигрывают партии в матче на первенство мира. В первую очередь, или ты поймал по дебюту, выиграл по компьютеру, но это тоже уже почти нереально. А больше вот держишь напряжение, лучше держишь напряжение, вот и все, да. То есть в какой-то, ну вот и так далее. Но вот мне кажется, что я вот чуть-чуть был впереди Каспарова именно в этом плане, то есть я чувствовал лучше. Он, ну, как он и говорил в интервью, да, вот он сказал фразу «я забронзовел немножко», да, вот я понимаю, что он имел в виду, то есть все работало хорошо, по накатанной всегда проходило, но уже это было чуть-чуть старовато, да, вот чуть-чуть уже было не в ногу со временем. И вот он за это поплатился, но практически все чемпионы мира вот таким образом титулы теряют, что они немножко не следят, да, вот, не успевают уследить за какими-то тенденциями новыми и получают от в общем-то, чаще всего более молодого и более, так сказать, мотивированного в этом плане претендента, который, в общем-то, лучше просто прочувствовал эти новые тенденции, а они постоянно в шахматах появляются. Как-то так я бы, наверное, объяснил это недоразумение, то, что мне удалось выиграть у Каспарова. Володя, я тебя, Каспаров, поздравил после матча? У нас тут был вопрос в чате. Ну, как бы не то, чтобы он меня обнял и расцеловал, но, в принципе, так, ну, да, руку пожал, поздравил, ну так вот, официально, ну вот после партии. Ну, это нормально, этого достаточно, а что еще? То есть, в принципе, большего и не надо. Ну да, ну хорошо. Ну что, я предлагаю заканчивать. Спасибо огромное, Жоэль, спасибо, Женя. Володь, тебе, конечно, отдельное спасибо за то, что ты столько времени потратил на, ну и остальным тоже участникам наших эфиров. Это тяжелую, в общем, мы, мне кажется, подняли глыбы такой, но мне кажется, что это очень интересно. Во-первых, это уникальный опыт. Мы как бы оставили такое некое видеонаследие про, как мне кажется, один из самых интересных матчей, вне зависимости от его результата, от того, кто за кого болеет, кто к кому близок или не близок. Матч был очень яркий, интересный, практически без... Ну, он держал в напряжении до последнего хода, по сути. То есть, хоть и счет был 2-0 за там 3 партии до конца, но тем не менее казалось, что вот-вот, а может быть сейчас что-то произойдет. Мне кажется, это был такой интересный сериал, выражаясь современным языком. Спасибо вам огромное, зрителям огромное спасибо за то, что смотрели нас. И будем надеяться, что мы еще с Владимиром Борисовичем отдохнем чуть-чуть и потом сделаем что-нибудь еще. Потому что потом еще было 3 матча. Я не пугаю, еще 3 матча. Так что, да, хорошо, спасибо. Ну, мне было интересно рассказать то, что я знаю, то, что я еще помню. Да, и, ну, может быть, где-то чересчур длинно временами казалось, ну, скажем, можете промотать всегда, если кто будет потом смотреть, но просто хотелось так уже полную сделать картину, знаете, если уже делать, то делать, да, чтобы как бы вот такой полный материал, так что извините, если было скучновато временами, но ничего, может быть, Илья потом нарежет немножко. Нарежем обязательно, на цитаты, так что... на цитаты. Да, ну, в общем, спасибо, Женя, спасибо, Жоэль, что присутствовали тоже, да, и что внесли свой большой вклад в наши стримы, потому что иначе совсем заснули, наверное, люди от шахмат. Ну, и мне было приятно вспомнить старые времена. Да, наверное, мы бы... Старые дни и битвы, в которых рубились они, да? Да, если бы не пандемия, наверное, мы бы как-то, может быть, это событие отметили более, как сказать... Ну, вряд ли мы бы анализировали партии, я бы так сказал. Может быть, просто встретились бы и выпили, да. Еще раз всем огромное спасибо. Вы можете, кстати, проанонсирую, вы можете Владимира Борисовича увидеть вместе с нашим товарищем, комментатором Евгением Мирошниченко на мастер-классе на Волчесе, по-моему, да, Володь? Где у тебя мастер-класс будет? Ой. Да, по-моему. На Волчесе, завтра, да? Что, ну, правда, на английском языке, правда. На английском языке, да. Подучите до субботы английский язык и посмотрите, там вас поучат шахматам. У нас завтра Даниил Дубов начинает новую серию эфиров. Они будут посвящены всем чемпионатам СССР по шахматам, начиная с 1920 до 1991 года. Он последовательно будет проходить по каждому чемпионату и анализировать партии, ну и вообще турнирную борьбу и так далее. И в субботу, нет, не в субботу, вру, в воскресенье я делаю эфир вместе с гроссмейстером Никитой Витюговым и кинокритиком Евгением Майзелом о нашумевшем сериале, ну я его называю «Ферзевый гамбит», по-русски его переводят как «Ход королевы», который сейчас бьет все рекорды на Netflix. Это сериал про шахматистку. Посмотрите, если не смотрели. А почему я не слышу Владимира Борисовича? Или это моя проблема? Ладно, все, спасибо еще раз огромное и до встречи.